Ну что, тогда мы начинаем. Занятие, а продолжаем тему вызовов и осмысления нашего прошедшего и будущего пути. Владимир Владимирович, вам слово. Хорошо. Мы будем продолжать тему вызовов. Вызов сам по себе является сложной гуманитарной категорией. Гуманитарные категории завязаны на перформативность и интенциональный характер употребления языка. Поэтому я, собственно, с вызовом, который существует в фантазиях Водолазской, и буду разбираться. Потому что существует определенная категория людей, фантазии которых склонны реализовать. Думаю, усложнять жизнь всем остальным. И с этим приходится, в общем, как-то мириться. Я даже рад был бы, чтобы фантазии удалось реализовать. Но шансов на это, в общем, я вижу немного, честно говоря. И связываю это в том числе и с изъянами, пороками нашего языка. Вот тут недавно Никитин читал лекцию под названием «Думать временем». А я у него, когда услышал название этой лекции, спрашиваю, ну вот, разные люди думают по-разному. Кто-то головой, кто-то там руками, кто-то категориями. Я, например, про себя так иногда думаю. Я мыслю, думаю категориями. А Никитин предлагает думать временем. Причем он не повелся на моей подколке и подначке и не стал рассказывать про то, что на самом деле думать временем означает думать категории времени. А может, он так и не думает вовсе. Но я-то, собственно, стараюсь и пытаюсь, вот скоро 60 лет, как учусь, думать именно категориями. Поэтому нагромождение разных слов, предложений, я пытаюсь выискать мысль какую-то, убирая многое лишнее из того, что говорится, чтобы осталась вот эта самая мысль. Это вообще достаточно трудная задача. На самом деле, это почти как Буратино. Я про этого Буратино еще буду чуть-чуть дальше говорить. Но, знаете, отсекать лишнее, это почти вот как с Буратино. Про Буратино первый раз в этом смысле рассказывал вроде бы Микеланджело, когда его спросили, а как это вот ему удается делать скульптуру. Говорит, очень просто. Берете кусок мрамора и отсекаете лишнее. Как Папа Карло сделал Буратино? Взял полено, отсек лишнее и получился, собственно, искомый Буратино. А вот как лишнее отсечь? Что является лишним, да? И где в этом самом полене прячется Буратино, где в куске мрамора прячется скульптура, которая до того, как не будет отсечено все лишнее, видит только Микеланджело. А потом начинают видеть все. Но опять же, а когда начинают видеть все?
не тогда, когда там, художник, скульптор последний раз ударит там зубилом или черкнет наждачкой, сечет там какую-то песчинку мраморную от уже почти готового произведения. Просматривается этот самый Буратино, эта самая скульптура для одних людей на самых последних этапах, а кто-то уже после отсекновения первых же лишних кусочков уже начинает видеть там что-то будущее, что до него видел только, только скульптор. Так мы будем говорить про университет летучий. Насколько он не абы что, а именно университет. И можно ли в этом полене, которое мы сегодня называем летучим университетом, увидеть такие университеты, как папа Карло в полене видит Буратино. Но это потом. А вызов тут при чем? Вот до вызова я еще не дошел. Ведь про вызов это Водолажская настаивает. Вы просто в самом начале начали, что вы как бы вот категорию вызова, которая является гуманитарной, интернациональной. Я буду говорить про то, на чем она настаивала. А у нее был доклад в прошлый раз на первом семинаре. Интеллектуальные и практические вызовы развития университета после 4 лет существования. И вот само по себе название, согласись, стрёмное. А университет сколько лет существует? Летучий. Ну да. 4 года, по-моему. Ну вот, видишь, ты знаешь. Ну хорошо. Давашская знает. Наверное, с точностью до дня. Ну ты мне видишь, там дни должны употребляются. Сёмого листопада. Можно отчитать назад, посчитать количество дней. А я не знаю. Подождите, то есть, как вот я понял, да, вот, про эту полено и Буратино, да? Вы какое-то соотнесение, да, хотите провести там с тем планом, там, с идеей, да, и с той наличной ситуацией? Я понимаю, что для вас этот вызов все еще в полене, а Таня Водолажская, может, Микеланджело. Слушай, Владимирович, понятно, что ничего не понятно. То вы сначала рассказывали, как вы вычленяете мысль. Я-то думаю, что это хорошо, что ничего не понятно пока. Да? Я вот и начну это разгребать, потому что для меня текст Татьяниного доклада в прошлый раз непонятен. Я не знаю, как вы его обсуждали, все ли вам было понятно, да? Когда вы его обсуждали. Принимали ли вы интеллектуальные и практические вызовы, которые она формулировала. Было ли то, что она формулировала, вообще вызовом? Вызов же всегда для кого-то. Ну, а я о чем? Ну, видишь, вот ты уже начала с категории работать, вызов. Вот и я хочу подойти к категории. А тут масса вещей, которые наговорены, мне надо с ними разобраться, разгрестись. И Буратино, и все, о чем мы говорим, скульптура, университет, категория вызова, не возникают по мановению волшебной палочки. Они не возникают так, как это описано в книге в начале. Берешит, Бара, там т-т-т-т, да? Или ген этот самый. Книга Бытия библейская. Бог сказал, да будет свет. И он стал. Легко сказать, вызов. И он вызвал кого-то. Легко сказать, университет.
разбить бутылку шампанского об борт университета и сказать, вот он, университет уже поплыл, как бы, и вот 4 года существует. А это тот университет, о котором мы мечтаем. Вот как это ценный Буратино. Вот он когда-то на оси времени появился, да, и можно было сказать, о, Буратино есть. А до этого ему там высекали голову, ноги, живот. Даже нос чуть не отрезали. Нос собирались отрезать и так далее. Да? Был он уже Буратино? Да. Руки уже появились на свет Божий, как бы, а вот ноги еще не это самое, не разрезали. Буратино только начал верещать великим голосом и заставил Джузеппе, вместо того, чтобы пропить полено, Да. Буратино начал верещать вот тогда, да, когда папа Карло взял в руки полено с тем, чтобы стопить его в печке. Или что там он собирался с ним сделать? Джузеппе, то есть поступить? Сначала. Поступить? Ну, ладно. Джузеппе так Джузеппе. Что это меняет? Я спрашиваю, когда Буратино начало быть, как Буратино? Когда закончился полный. Когда вырезал глаза и все остальное. Закончилось. Да. Тогда стал Буратино. Было полено, стало Буратино. Это зависит от никого. И вот как бы, и это процесс. Сколько бы он ни длился, от первого там удара стамеской по колену до появления Буратино как Буратино, это процесс. И начало – это всегда, на самом деле, очень проблемная штука. Когда начало быть то, что начало, то, что стало быть. Когда мы будем назначать день рождения университета. По рецепту литовских историков, я думаю, мы можем выбрать красивую дату и дальше. Летом. Летом. Я понятно задал свою озабоченность. Нет. Проблематика. Нет, то есть проблему, что непонятно, когда обретает статус существования нечто и что это процесс, это понятно. Не очень понятно. Ваше, ну скажем так, собственно, ваше собственное. Что вы делаете? Вы рассуждаете о вызове, вы рассуждаете о тексте. Вы рассуждаете об университете. Нет, так я пытаюсь понять, чем вы занимаетесь. Я пока формулировал то, чем я озабочен. Я не понимаю большинства слов и категорий, употребленных Водолажской, в ее первом вводном тексте на этот семинар университетский. Это понятно? Это схвачено? Понятно, да. Но вы же потом идете дальше в своем непонимании. Куда я иду дальше? Ну смотрите, я сдвинуться не могу никуда. Вы начинаете говорить про то, что вот начало, да, вот что такое начало, когда оно там начинается, да. Там этот Буратино, да? Да. Ваша непонятность рождает аналогии Буратино и так. Потому что Буратино еще не закончил. Подождите. Дайте докладчику ответить. Как бы, то есть на одно непонимание. Эту микеланджеловскую аналогию. Поводу того, как делаются дела, как делаются работы. Да? Ну, например, делается произведение, скульптура. Как Андрей делается? Аналогию мы поняли. То есть вы ее взяли, чтобы понять текст Водолажской? Я, чтобы вам, блин, был понятен я. Я сейчас работаю на то, чтобы быть понятным. Хорошо, вы понять что? Меня. А что вы вообще можете понимать? Вот подождите, Владимир Владимирович. Понимаю. Тезис о том. Тексты, б, ситуацию, три человека. Вот все, что мы можем понимать. В данном случае я хочу, чтобы вы понимали меня. Поняв меня, мы начнем понимать текст Водолажской. После того, как поймем текст Водолажской, мы, может быть, чего-нибудь поймем про ситуацию. Владимир Владимирович, можно тогда уточнить ваше понимание, да? Точнее, мое понимание вашего понимания. Означает ли это, что вы проблематизируете то, что Татьяна Водолажская называет летучий университет сегодня университетом,
ну, с большой буквы, которым более 4 лет мы тут ведем речь. А кто-нибудь уже считает это университетом? Ну, покажите мне диплом об аттестации, аккредитации университета. Диплом является непременно. Не является, не является. А когда является? Я в данном случае спрашиваю, правильно ли я понял, что вы проблематизируете? Да, конечно. А ты же здесь имел Водолажское летучий университет с университетом. Да. Я проблематизирую и пытаюсь это понять. То есть я не отрицаю. Проблематизирую, я не отрицаю. Да? Потому что я говорю, что когда мы по отношению к подсоканному полену, от которого отлупили, отщепили несколько щепок, и оно начинает верещать, говорит: о, Буратино! Это совсем не такое Буратино, как тогда, когда на него уже штаны надели и дали ему 5 этих самых сольда или что там, 5 золотых, чтобы он пошел купить себе букварь. В школу. Я просто к тому, что иногда надо быть осторожным с метафорами. Потому что все бросаются на метафору, а вот как раз. Может, да, проще было бы вам сразу сказать, я проблематизирую. Согласен. Меня это начинает уже бесить, когда. Я, понятно, что метафору я использую как метафору. Да? Что Буратино не является предметом моего интереса сегодняшнего. И не это самое, не сказку Толстого мы будем разбирать. Потому что это, в общем, так понимают. Непонятно, тогда почему? Подожди, ну, тогда все ли понимают? Тебя все понимали, когда ты делала свой доклад? А чего не спрашивают, чего не очереди нет по поводу? Ну, у вас тогда не было, ну, создалось. Тут я сейчас вернусь к обсуждению. Хорошо. Если понятно, с какого места я к нему возвращаюсь. Хочешь видео посмотреть? Ну, не все. Ну, текст есть. Мы этого Буратино? Итак. Понятно, да? Я начинаю читать текст. Сегодня мы, в скобочках, кто мы, объясняется, программа летучего университета, находимся на границе окончания одного этапа развития и начала нового этапа. Я выделяю здесь, собственно, два подлежащих. Один этап и второй этап. Что такое этапы в данном случае? Почему они могут быть приписаны? На каком этапе мы сейчас находимся в высечении этого самого Буратино? Понятно, что как только мы начинаем говорить об этапах, кто бы ни говорил об этапах, мы попадаем в пространство, где определяющим является вот эта самая категория времени. Причем времени не объективного, а астрономического, которое измеряется равными промежутками, там, секундами, мигами, часами или годами учебными. А мы попадаем в очень субъективное время, в котором время меряется не равными промежутками, а, ну, скажем так, назначенными промежутками, произвольно назначенными этапами, периодами, чем-то таким. Этапы не существуют сами по себе. Этапы, периоды, эпохи и прочее. Эпохи, этапы и периоды назначаются. Понятно? То есть часы, секунды, даже годы — это такие элементы, единицы времени, которые мы стараемся мыслить объективно. Они существуют независимо от того, что больше века длится день. Да?
день – это день, год – это год. И этот год одинаков для меня, для тебя, там, для Барковского, для любого. Это мы так думаем про это. Но как только мы говорим про этапы, периоды и эпохи, мы так не можем к этому относиться. Потому что этапы, периоды и эпохи назначаются. И в самом деле, в субъективном его течении день может длиться дольше века. Секунды растягиваться в года. Да? И наоборот, время сжимается. И земля летела ему навстречу там и так далее. Татьяна Владимирович, может, я немножко навязчив, но имеет ли смысл так все разжевывать? Ну, может, и не имеет. Потерпите. Я вот склонен попытаться. Просто мы это уже проблематизировали в прошлый раз. Насчет этапов. Отлично. Так вот, если мы понимаем про этапы, что это этапы субъективно назначенные, то тогда возвращаемся к субъекту этого высказывания, которое здесь обозначено местоимением «мы» и расшифровано как программа летучего университета. Это мы назначили окончание одного этапа и начало другого этапа. Отлично. А мы это кто? И программа летучего университета. Программа летучего университета тот же Буратино. Она вообще есть? Где-нибудь за пределами докладывавший вот это вот Подоварская. И Буратино это голосок, который остается из полей. А тем более, если мы понимаем, да? Все это далеко еще не законченный Буратино. А это всего лишь пищащее полено. Тогда, интересно, вот представьте себе новорожденного ребенка, про которого и право, и там что, биология, психология, и все что угодно, начинают судить уже как о рожденном, то есть ставшем, начавшем быть человеке. Давайте спросим его, на каком этапе своей жизни, там, молодой человек, ты сейчас находишься? Что мы получим в ответ? Ну, примерно вот такое мямление мы и получим, если вообще это существо, кусок мяса, сочтет необходимым нам ответить на наш вопрос. А что может ответить мы или состав летучего университета, к которому обращается Водолажская со своими фантазиями об окончании одного этапа и начале другого этапа. Это же и есть проблема сейчас. И смотрите. Гетерохронность. Как только мы имеем дело не с астрономическим, гомогенизированным временем, а с субъективным временем, состоящим из этапов, периодов, эпох, там чего-то еще, да, и так далее, то мы попадаем в ситуацию гетерохронности, разновременности. Потому что все участники разговора, диалога находятся в разных временах, то есть на разных этапах. Даже когда я говорю элементарные вещи, да, в этой аудитории, кто-то понял то, что я сказал, кто-то находится еще в процессе понимания, да, а кто-то еще даже не начинал понимать. Все в разных периодах, в разных временах, в разных эпохах, на разных этапах находится. А как вообще можно, например, достичь согласования, взаимопонимания, ну, например, там, людям первобытного состояния общества и, скажем, развитого социализма? Значит, главное. Чье время будет главным? Все. Точно. То есть нам
эту самую гетерохронность, разновременность, с полаганием разных кусочков времени. И мало того, что кусочков разной длины, еще и с разной скоростью протекания. Необходимо как-то трансформировать. И вот эта вот гетерохромность трансформируется. Ну, например, в одновременность, да, или гомогенизацию времени. Можно синхронизировать. Можно достичь того, что мы называем вот таким сложным словом, образованным, в общем, из известного слова «современность». То есть совместиться во времени. Для того, чтобы мы могли понимать, что имеется в виду, когда говорится, что один этап закончился, другой начинается, и мы сейчас находимся на границе, необходимо произвести что-то вот с этой гетерохронностью, с субъективными временами, с тем, чтобы сделать это время однородным, синхронизировать разные времена, совпасть хотя бы на чуть-чуть, да? Или достичь современности, то есть погружения всех, кто участвует в этом «мы», в одно время. Зачем? А иначе как бы все, что мы считаем содержаниями, смыслами там и так далее, не может быть доступным тем, кто находится в разных временах. И что? А значит, разговаривать невозможно, и невозможно организовать действия коллективные. Можно я тоже метафору пытаюсь? А вот смотри, были метафоры, а теперь я уже говорю не метафорами. Я уже говорю категориями времени, субъективного, человеческого, деятельностного времени. Но в метафоре. Нет. Хорошо, пускай это будет. Это уже не метафора. Хорошо, тогда я к субъективному человеческому действию. Если представить себе едущий поезд, где есть паровоз, тянущий вагоны, и бесконечная череда вагонов. Под тысячу. То, что будет видеть машинист, и то, что будет видеть человек в середине вагона или в конце вагона, это разные времена и разные событийности. Ну, конечно. Если машинист уже въехал в туннель и говорит, ему что ему же темно, да, то пассажир 25-го вагона еще наслаждается ярким солнышком. Да, да, да. Вот да. Я к тому. Вот обязательно ли машинисту синхронизировать свое время со временем 25-го вагона, чтобы сказать, что новый этап наступил. Либо ему уже это можно сделать, когда он, собственно, видит, что туннель-то уже все, поезд в него въехал, точнее, уже начал въезжать, да, и уже можно объявлять этот новый этап. Или он должен его объявить, когда вот последний вагончик едет. Вопрос же в том, для чего объявлять этот новый этап, да? Если просто проинформировать едущих в 35-м вагоне, ну, это одно. Если стоит вопрос о том, куда этому поезду ехать... Ну, так то... это уже прагма пошла. Я пока... Вот нет, подожди, до прагмы, да? До прагмы. Нет необходимости синхронизироваться, если нет необходимости совместных действий. Ну, совершенно нет. Ну, почему же? Нет, ну, можно... Вот как бы для чего человечество придумало астрономическое время? Именно для того, чтобы вообще даже не до действия, да, хотя бы разговаривать нормально между собой. Поэтому, например, выходит диктор на российское телевидение и рассказывает. Там, случилось у нас там 21 час времени, как бы, да. Петропавловский полночь, там, ну и так далее. Да? То есть, он, по крайней мере, приводит гетерохронное к одинаковому. Да? К астрономическому. К чему-то общему, да? К чему-то общему. Он, конечно, не синхронизирует Камчедала и москвича. Потому что тот уже спать хочет, а этот только-только, как бы, например, просыпается.
там, или наоборот. Да? Он не синхронизирует их, но он приводит их времена к общему знаменателю. Приспичило тебе на Камчатке в полночь посмотреть утренние новости, или там вечерние какие-то дневные новости в Москве. Да? Это, да, 3 часа. 3 часа на Камчатке полночь. Значит, вот 3-часовые новости среди ночи посмотреть. Ну и смотри себе. Как бы твое дело, да, но Москва не диктует тебе, что нужно делать в этот период твоей жизни. Ты сам решаешь. Но ты, по крайней мере, можешь найти точку отсчета. Московское время. Поэтому время, например, в разных часовых поясах в такой стране, как Россия, или другой большой стране, например, там, в Соединенных Штатах Америки, да, меряется по какому-то времени. В Европе по Гринвичу, в России по московскому времени. Не считаю это синхронизацией. А это не есть синхронизация. Это не синхронизация. Это приведение к общему, абстрактному астрономическому времени. Чтобы мы могли понимать, по крайней мере, какие-то простейшие вещи. Например, смена дня и ночи. Там, я еще что-нибудь. Понимаю, синхронизация это один из вариантов. А синхронизация это другой вариант. Синхронизация это другой вариант. Когда, например, там, скажем, вот, ну, понятное дело, что для взрослых и для детей время течет с разной скоростью. И то, что для взрослого, в общем, маленький-маленький промежуток времени. Ну, например, там, академический час. Для ребенка это вообще огромный период времени. Но, тем не менее, есть процедуры, приучение ребенка сидеть за партой в течение 45 минут, да? И тем самым живущие с разной скоростью учитель и дети в начальной школе так или иначе синхронизируются. Они не подменяют одно время другим. Невозможно для них это сделать. По крайней мере, они как-то совмещаются. Можно быть современниками. Скажем, я выезжаю на работу, а кто-то выезжает погулять. Просто так, убить время. И мы садимся в один и тот же троллейбус. Мы современники, то есть у нас есть общее время, пока мы движемся в этом троллейбусе. Или в поезде, там, въезжающем в тоннель, или еще куда-нибудь. Да? У нас есть общее время. Ни до того, ни после того, никакого общего времени у нас не будет. Но здесь мы современники. Моя идея была к чему? Что вы сказали, прежде чем назначать этап, надо синхронизироваться. А я сказал Нет. Я сказал другое. Надо трансформировать гетерохронность во что-то. А эти формы трансформации могут быть разные. Может быть апелляция к как будто бы общему объективному времени астрономическому. Может быть синхронизация разновременности за счет каких-то других вещей. Например, общей деятельности. И может быть совмещение во времени. Нечаянное совмещение во времени. Либо в троллейбусе, либо еще как-то там и так далее. Да? Вот мы живем с тобой совершенно разной жизнью. Ты ходишь в одни места, я хожу в другие места. И время от времени мы совмещаемся с тобой на университетском семинаре. Мы стали современниками вот на этот маленький промежуток времени, всего лишь там пару часов. Но для этого нам надо было сделать усилие. Попасть в один астрономический час в одну точку пространства. Эти усилия надо делать. Иначе, если мы не сделаем этих усилий, то мы говорить не можем физически. Но как только мы встретились и говорим физически, оказывается, этого тоже недостаточно. Потому что даже встретившись в одной точке пространства, в один промежуток времени, мы не можем разговаривать, если не синхронизируем наше субъективное время. Чтобы там, синхронизировать или привести к некому общему знаменателю или стать современниками, должны ли быть, ну не знаю, там, предъявленные, понятные, ну вот эти разные времена, да? Ну, или конечно, это делается конечно должны. В том-то и дело. Обычно люди знакомятся со временем там в раннем детстве интуитивно.
Например, когда ходят маленькие дети на похороны старших родственников. Они понимают, что, оказывается, одни люди только начинают жить, а другие уже заканчивают. И поэтому они смотрят на одно и то же совсем по-разному. Вот есть, например, некий сегодняшний день. Один начинает жить, у него детство, а другой заканчивает, у него старость. И они смотрят на это совершенно с разных концов. И видят разные, и говорят разные, и заботят их разные. Мне кажется, что, в общем, идея там, необходимости работы со временем, да, при там, обсуждении этапов, вызовов, в общем, понятно. Вопрос Отлично. Стоит дальше в том, как... Павел меня уже упрекнул в том, что я говорю медленно и затягиваю. Я ни хрена не затягиваю, потому что через абзац у тебя в тексте встает вопрос. Мы маем пропрацованное уявление про место и миссию сучасного университета, то бок уявление про тое, что повинен робить университету Беларуси и чем он повинен быть. Вот интересно, блин. Даня, можно ли, находясь в разных временах, в разных этапах своей жизни, в деятельности и так далее, да, прийти к одному убеждению о том, что повинен робить вот этот популятивный субъект, в который ты собрала мы всех нас, которые находятся в совершенно разных ситуациях? Видите ли, я могу только считать... несогласие, да, или то, что вы сейчас делаете, опровержение наличия этого самого мира. Да, глядя на то, как вы это говорите, я могу сказать, нет, никакого мы, вероятно, нет. Отлично. Отлично. Замечательный вывод. Тогда кому ты это все рассказываешь? Подождите. Я могу заглянуть в конец, да? Я еще до конца далеко не добрался. Я могу заглянуть в конец и спросить, кому обращены? Себе. Себе тогда, при чем тут мы? И тогда в чем это самое? Вот давайте так. Я сделала действие. Угу. Продумав то, что я себе представляю о теперешнем состоянии будущего университета, оформила это в какой-то текст, худший или лучший, и, задала провокационную ситуацию, назвав это «мы». И только по реакции тех, кого я в этом включаю, я могу сказать, я имела на это право или нет. Судя по вашей реакции, моя провокация удалась, в том смысле, что я теперь имею ответ. Нет никакого «мы», нет. Смотри. Непонимание не означает отсутствие смысла. Ведь это же я не понимаю. Подождите, давайте еще раз. Поверить существование этого самого или наличие некого синхронного там, или некого соотношения наших времен, я могу только предъявить собственное понимание. А дальше. Я могу смотреть на вашу реакцию. Вот я на нее смотрю. И что ты видишь? Пока ничего не вижу. Отлично. Я пока вижу непонимание, но... Спроси меня, что я сейчас делаю. Проблематизируйте. Синхронность. Одновременность. Проблематизирую. Проблематизация есть этап более сложного, длительного действия. Этапом чего может быть проблематизация? Для того, чтобы синхронизироваться, надо сначала признать свое существование в разных временах. Между прочим, это страшно сложно. Признать, элементарно признать существование свое собственное в другом времени с другим человеком. Для ребенка оказывается недоступно. Для инфантильных людей тоже. Например, когда
пожилой человек говорит ребенку, вот я в твои годы, он говорит, буквально следующее, я живу в другом периоде, я в другом времени. У меня было время, в котором я был похож на тебя. Что ему говорит ребенок, подросток и так далее? Он говорит, да пошел ты в задницу. Во-первых, ты не жил моей жизнью никогда. Во-вторых, твой период, вот этот, пришелся на другое астрономическое или историческое время. Тогда я не жил. И они не делают усилий по пониманию и движению навстречу друг другу. Они не синхронизируются. А языками молотят впустую. Вот я проблематизирую сейчас эти вещи для того, чтобы хотя бы некоторые люди, я, например, мог оказаться с тобой в одном времени, рабочем времени, прагматичном времени, субъективном времени, чтобы мог вообще принять то, что ты называешь вызовом, как вызов. Не просто послушать Водолажскую, похлопать ушами и послать ее в задницу, а принять это как вызов. Это работа, а? Или не принять. Но осмысленно тогда я осознан. А не потому, что я не понимаю, пропустил это мимо ушей там, и так далее. И эту работу, которую я сейчас делаю, медленно-медленно и развернуто, можно сделать гораздо быстрее каждому из присутствующих. Но сделать, не будучи сделанной, эта работа никогда не приведет к тому, чтобы можно было распространить «мы» на тех, кому адресуется вызов и предложение что-то зарабить. Да. Владимир Владимирович, это первый раз здесь. Я так понимаю, что обсуждаются проблемы текущего университета? Безусловно. И не столько проблемы, сколько развиваться, куда развиваться, и достиг ли целостности, ясности сам этот университет, ну, в виде Буратино. То есть сформировался ли он, выяснили ли задачи, и какие проблемы он может решать. Я понимаю эту тему, потому что я давно сижу за ее текстами, и хочу сказать, что можно долго обсуждать этот текст и находить там слабые места, я непонятности. Слабые места. Олег, неопределенность какой-то. Мой текст. Я вообще, вот и про это, по-моему. Я хочу уйти от обсуждения текста и Татьяны, а вернуться к университету, я бы предложил заменить этот текст, оставить его в покое, дать поступить, скажем, мне. И у меня совсем другие проблемы. Олег, может быть, это будет интереснее. Возможно, у вас другие проблемы, и нет сомнения, что вы можете выступить. Но сегодня у нас уже есть заявленное выступление Владимира Владимировича. И я вам про это написала. Ну, собственно, не вам, может быть, а всем. Ему тоже будет интересно. Послушайте, это может быть интересно. Почему вы не даете право выступить тому, кто готовился выступить, и нам услышать то, что он говорит? Я сделал предложение. Может, отвергнуть. Я не понимаю манеры делать предложение выступить в середине другого выступления. Ну, потому что я ощущаю, что идет разговор, но я как-то в стороне. Да, это я понимаю, что вы стоите в стороне. Но тем не менее, Владимир Владимирович разбирается с проблемами университета так, как он считает нужным и важным. И я предлагаю право разбираться с этим, принимать для каждого. И если, ну, как бы, вам кажется это бессмысленным, то, в общем, у нас совершенно свободное отношение. Вот вам люди ходят. Но, ходят, между прочим, я, собственно, и добивался прочувствования. И осознание присутствующих, что все в стороне. Я не в стороне, я слушайте. Да ладно, в стороне. Но в данном обсуждении несколько. Ну, конечно. Несколько. Так это вот в данном обсуждении я добивался ощущения, осознания себя в стороне. Потому что в обыденной жизни мы этого не догоняем. И время проходит мимо нас само. Мы пребываем в иллюзии, что мы живем. На самом деле, просто время проходит сквозь нас и высасывает все, что в нас было осмысленного, разумного и так далее. Владимир Владимирович, ведь задача, ну, не синхронизация, а каких-то способов совпадения во времени, да?
она же может возникнуть только, ну, не сама по себе. То есть сначала должен появиться какой-то вызов, какой-то вброс, после которого становится осмысленной задача синхронизации или, или других вариантов. Да, конечно. Но ты же понимаешь, что этот вызов формулируется не водолазкой. Божеством, которое через водолажскую говорит тем, кто готов услышать, кто бананы из ушей вынет и готов услышать это. Более того, этот вызов существует, не знаю точно сколько времени, потому что я еще не разобрался с Буратино, но не менее 4 лет по свидетельским показаниям. И сколько нашлось людей, которые этот вызов приняли? Столько, сколько и было. Владимир Владимирович. Они известны вообще, те, кто были, по каким причинам они есть. И где они? В своих копусах. Владимир Владимирович, я так и не понял, почему все-таки нужна эта синхронизация, потому как так и не услышал вашего ответа по поводу моего примера. Ведь, например, для того, в случае поезда вовсе не обязательно должна быть синхронизация между машинистом и пассажиром. Для того, чтобы процесс шел своим чередом. Ну, конечно, не обязательно. Пассажир себе едет свою Баку или Павел, Владивосток. Не обязательно, да. Конечно. Точно так же, как не надо. А тот, кто слышит машиниста, тот идет к машинисту. Да, не идет. Или не идет. Ну, не, нету необходимости синхронизировать время пассажирам одного поезда. Правильно. Едут они в разные места. Время для них течет по-разному. И это нормально для пассажиров поезда. А вот теперь вернемся к летучему университету. А в университете это ненормально. А вот вернемся к летучему университету. Обязательно ли, чтобы в летучем университете все слышали ровненько и шли на место машиниста? Или вполне достаточно, чтобы какая-то часть, неважно, слушатели, там, возможно, кого-то из преподавателей, совершенно не улавливала суть там ни момента, ни происходящего, а просто вместе с поездом двигалась куда-то, да? При этом не осознавая не то, что сменился этап, сменился ли он вообще. Ты вот слышал, что Витинь предложил? Слышал. Он предложил замену машиниста. Да? Ну, машиниста Кочетаров. Не важно. Почему? Но обрати внимание. Когда люди знают, что им не надо нигде синхронизироваться, они просто временно, на короткий период современности, оказались в одном поезде. Их не интересует, откуда они пришли и сели в этот поезд, куда они разойдутся, там и так далее. Да? И только любители потриндеть в купе, откупоривают бутылку водки и пытаются синхронизироваться. У них развязываются языки, и вот эта вот поездная ситуация, она ведь архетипическая такая, да? Можно поговорить, блин, с человеком, которому ты гекуби, гекуба тебе, как бы, да, ну, излить душу. Я к другому. И вот теперь, ситуация... Но никто из них никогда не оспаривает право машиниста вести этот поезд. А вот в университетах все не так. Приходит почему? Терешкович. Сидит Водолажская. Подожди, ну, вот до Водолажской еще дойдет. Да? Сидит Терешкович и говорит: слушай, машинист, я говорю, ты не прав. Тут говорит, почему? Ну потому что ты не туда ведешь. Да? Не так, не такую скорость включаешь. Не по расписанию едешь. Не по расписанию едешь. Машинист ему говорит: слушай, Терешкович, ты кто такой? Откуда ты взялся? Тебе первое купе выписано? Да, сиди ей! Тут говорит, позвольте, мое купе называется Сенат ИГУ. Точно, говорит Михайлов, Сенат, я вижу, вот у меня схема нашего паровоза, как бы ты в Сенате. ИГУ мы поговорим на тебе следующего. Но в Сенате нету рычагов управления. Так Терешкович говорит, так и плохо, что нету. А машинист ему говорит, слушай, парень, блин, ты не спутал Сенат с кабиной машиниста? И начинается базар, начинается драка, война и так далее. Ну это все понятно. Ну, я с этим не спорю даже. Я к другому, что вот в ситуации мы находимся в ситуации мигрантского парадокса. Парадокса куча. Вот где начнется это самое мы? Думаю, что нет. Когда последний из наших, тех, кто вообще каким-то краем уха слышал, что летучий университет себя с ним ассоциирует,
поймет, вольется, и тогда мы только сможем сделать первый шаг, как та сороконожка, да? Или же шагать можно до того, как самый последний и, возможно, самый слабый разумом член корпорации осознает, наконец, свое место, значение, роль. Мы же как раз совсем в этой проблеме и ситуации находимся. Там мы скорее находимся в ситуации, когда считать, что это уже куча, да? Ну, то есть, понятно, вот вы, что... Вы, Татьяна, посчитали себя кучей, да? Вы посчитали, что можете говорить «мы». Владимир с этим сейчас не вполне согласен, потому что, ну вот, видимо, не так посчитали. Как не согласен? Я согласен с тем, что мы есть будущее Буратино. А вот на каком-то этапе, ведь Буратино можно высечь из полена, а можно сложить из кусочков мозаики, например, да, из разных. Так вот, когда они порознь, эти кусочки мозаики, прежде чем они сложились в Буратино, тоже это процесс, тоже проходит какое-то время. Вот сейчас, на этом этапе, чтобы говорить «мы» и обращаться к кому-то за совершением коллективного действия, корпоративного действия. А? Потому что она зовет. Что мы, что повинен робить университет? Не она Водолажская, не Павел Барковский. Отдельно. А университет. И вот там возникают вот эти вот уже парадоксы. Университет, что повинен робить? Более того, Водолажский, смотри, вот в этом абзаце, я его прочитаю. Мы маем пропорционального уявления про место и миссию сучасного университета. Это бог уявление про то, что повинен робить университету Беларуси, чем он повинен быть и далее. В укосе местом, где адмыслово клопотится об мысленнии, местом выпрацовки и реализации сучасных формул из места адукации, местом и так далее. И несколько раз повторяется вот это место. Да? Итак, университет повинен быть местом. Толку, да. А места не делают ничего. Тань, места не делают. Не знаю, Владимир. Теперь я уже понимаю. Да. Я понимаю про проблему гетеросексуальности. Я понимаю про необходимость или вопросительность. Павел вообще ставит проблему, а надо ли? В общем, синхронизируется или мы можем себе позволить там что-нибудь, как-то по-другому построить эту структуру. Это я понимаю. И дальше, поставить эту проблему гетеросексуальности, да? Дальше либо я должна увидеть другое время, ну, в смысле, другие представления о времени в университете. Ну, ваше там неприятие того, что я говорю, да, может быть связано с тем, что у вас другое представление, это вот самая гетерохромность. Ну, либо мы сейчас идем по тексту и там начинаем, да, цепляться за слова. Потому что, по большому счету, я просто не хочу сейчас ударяться в объяснение. Вот шли бы мы с Витинем куда-нибудь и поговорили вместе. Точно. Поэтому я... Я продолжу, с вашего позволения, понимать тебя. Потому что я не вижу границы этого этапа. Для меня это не этот этап, а тот. И что мы будем с этим делать? И это мы с тобой, люди, сидящие у пульта управления этим паровозом. А что про Витиня говорить, который первый раз сюда зашел? И ты мне мешаешь сейчас разбираться с этим. Не хочешь? Я не понимаю тогда своей роли в этом разбирательстве. Ты хотела бросить вызов? А кто бросил? Кто бросил тогда? Ситуация. Ситуация и места не бросаются ничем. Даже вызов. Я эту ситуацию восприняла как вызов. Вот очень просто у тебя все. Нет, совсем не просто. Потому что если ты выкинешь из окна проходящего поезда пустую бутылку водки, только что выпитую, она может попасть кому-нибудь в голову.
Будет ли это вызовом? Поэтому я не понимаю тогда своего места в вашем разбирательстве. Вы можете продолжить там, читать, интерпретировать, соглашаться или не соглашаться. Да, с... Я разбираю особенности, выраженные в тексте, особенности твоего мышления проекта и, соответственно, образа действия и образа мысли. А с прошлым заседанием это будет согласовываться? Я не был на прошлом заседании. Вы синхронизировались на прошлом заседании? По каким-то вопросам, да. По каким? Например, вы решили, что одна из двух стратегий. Стратегия захования и пути огораживания, да? И вы определились с тем. Нет, мы не понимаем. Мы с этим определились. А с чем вы определялись? С тем, что будете экстенсивно наращивать объемы или интенсифицировать проявление сущностных идей для университета черт? Понимаете, вы не могли ни к чему, ни до чего договориться в прошлый раз. Никто из вас ни до чего не мог договориться. Поскольку вы не синхронизированы и не совмещены во времени, в пространстве даже. Потому что я еще не дошел просто до места. Каким местом является университет? Или хотя бы вот этот университетский семинар. Местом чего? Поскольку место задается не координатами. А место задается тем, что это место терпит и позволяет. И чего оно не терпит и не позволяет? А раз вы не совместились ни во времени, ни в пространстве, вместе, то, соответственно, ни до чего договориться не могли. Повторим, несмотря на то, что могли достичь... до конца видео? Нет, не досмотрел. Тогда, например, в чем основывается ваше утверждение? На рассуждении. Текст этот имел к предыдущему докладу Водолажского. Это имело такое же отношение... Как... А поэтому меня и видео не интересует. Почему нас должен интересовать этот текст? Потому что, к сожалению, университет – это не Буратино. И его в одиночку не высечено. И там есть другая метафора. Это теперь метафора, не категория. Метафора из басни про греческого скульптора, которому афинские граждане советовали, как ему отсекать мрамор и как он получил уродца. Да? А по ночам он делал сам, один высекал скульптуру. Потом выставил на общее обозрение две. Уродца и хорошую, качественную по греческим эстетическим меркам скульптуру. Те, кто ему советовали, приходят и говорят: о, смотри, когда мы тебе советовали, вот какая отличная скульптура получилась у тебя. Ребята, все наоборот. Когда вы мне советовали, получился вот этот уродец. Так вот, со скульптурами и буратинами вот так происходит все. А с университетом так происходить не может. К сожалению, университет высекается совместными, коллективными усилиями, а не одной водолажской. А приходит Павел Барковский на летнюю школу или на конференцию и спрашивает у Водолажской: а что я должен сделать? Какое поручение вы мне дадите? А это значит, что тогда Водолажская будет высекать, отсекать куски мрамора руками инструмента, каковым является не сознательный член университетской корпорации Барковский, а всего лишь ее инструмент. И что она скажет, то он и будет делать. Или не будет. Пошлет ее. И, как правило, не делает, не будет. И никто не делает того, что говорит Водолажская. Никто. Включай меня. А вы так и не пейте, зачем нам этот текст? Зачем нам этот текст, так и не пейте? Этот текст демонстрирует небрежность обращения с категориями и, я же говорю, фантазии Водолажской. Эти фантазии надо разгрести, дойти до сути категорий. И начать все заново. Потому что нам действительно нужно
определиться, на каком этапе, в каком времени существования этого летучего университета мы находимся, что сейчас за время, что уже высечено, а что еще не проявлено, что есть, а чего нет, куда движемся, да, и вообще к это самое, все остальное. Что от университета, идеи университета, того, каким должен быть университет, есть сейчас, после 4 лет вот этой вот возни по отсечению, добавлению и так далее, и так далее. Чем мы занимались эти 4 года? Что мы получили? В прошлый раз. И что? Вот я понимаю, ну как интенсив, да? Я не понимаю, почему... Ну то есть вот то, что обсуждение, ну как бы некой там необходимости синхронизации, да, это понятно. Но почему, например, эту синхронизацию нужно устанавливать через там, я не знаю, углубление и ну, там, прояснение, улучшение работы с именно этим текстом, а не, например, с ну, не знаю, предъявлениями разных времен и разных версий и какой-то другой синхронизации? Я не понимаю ну, вот, избранный путь. Потому что когда вы говорите, что мы там дойдем до глубины и ну, что-то там себе поймем, это как бы получается существует некая объективная, ну, это этапность, да, и мы ну, до нее можем добраться через какой-то там анализ. Но это не так, вроде бы. Подожди, я уже сказал, и я пользуюсь категориями, а не метафорами, что измерение времени этапами, периодами, эпохами да. есть субъективное, точно. И ничего объективного в этом быть не может. Мы это уже в прошлый раз это выяснили. Вы поняли. Отлично. То, что вы поняли. Я двигаюсь, медленно. Не нравится. Говорите мне, как бы, чтобы я проскакивал. Я тебе говорю тогда, проскакивая, что подождите. Вот ты все наврала в этом тексте. Подожди. Вы сами говорите. А ты тоже подожди. А можно мне как бы пару рефлексивных вопросов по ситуации? Как я могу набрать? Про свое субъективное восприятие. Потому что ты требуешь от места субъектности в дальнейшем тексте. Вот с этим надо разобраться. Но потом, я еще не дошел до этого надо абзаца. Дойти. А можно спросить вот у тебя как бы и у Павла. То есть вот Москвич объявляет по поводу доклада некоторую стратегию движения и ставит задачи на как бы, это движение. Ну, вот он не последняя часть, это, собственно, вот было проговаривание, то, что я услышал, может, это было раньше еще, что он собирается делать, да, с докладом своим, то есть разобраться с местом, чего мы там прошли, там, и так далее. Дальше на этом этапе вот вы уже несколько раз останавливаете, и начинаете, одно и, то же. И начинаете останавливать просто Мацкевича, как бы вот, ну, не давая дальше ему исполнить его программу доклада. А почему? Я вот не понимаю как потому бы сути я, Андрей, не понимаю, возражений. Как бы разумности этого пути. А почему? Ну, тогда объясни. Нет, я сейчас объясню, чего она не понимает. А чего? Пусть... Зачем? Вот зачем вы объясните то, что я не понимаю? Хорошо. Не надо объяснять, чего ты не понимаешь. Ты просто не понимаешь, и не я спрашиваю, почему, по каким основаниям... Сначала Витин, потом Барковский, потом ты не даете мне двигаться. Вот я, да, вот это Таня говорит, нет, что причем, это говорят одно и то же. Подожди, да, Таня говорит, что это предложенная если... тобой программа движения, как бы она говорит, неосмысленно. Как бы, нет, тогда я хочу понять, почему. Это значит, что я, например, выпаду и не буду следить за тем, как вы двигаетесь. Мне бы этого не хотелось. Так, ну, а ты объясни, почему неосмысленно, как бы, из чего это как-то и исходит? Еще раз, попробую объяснить. Ну. Выделение этапов, времен и так далее, вещи субъективные. Ну, с этим разобрались. Я каким-то образом выделила этапы, обосновав их хуже, лучше, ну, неважно. Выделила на субъективных основаниях эти самые этапы. Владимир Владимирович вполне резонно говорит, что нам нужно для того, чтобы хоть как-то говорить о неком «мы», соотнести наши времена, ну или привести к некоторому соотношению эти наши времена. И дальше вот я слышу, что для того, чтобы соотнести наши имена, времена, он возьмет мой текст, да,
и начнет разбираться с логикой там, того, каким образом я выстраиваю это самое время. Разве? Ну да, он говорит, потому что я там неправильно что-то с чем-то соотношу. Да? Он будет разбираться с моим образом мысли, который привел меня к тому, чтобы именно так выделить времена. Я правильно? Не совсем. Ну, вот я слышу так. Послушай, меня совершенно не интересует, как ты выделила времена. Вот ты выделила так. Я это принимаю как факт и пытаюсь понять теперь уже не выделенные тобой времена, а тебя, чтобы синхронизироваться с тобой. Потому что у меня другие времена. Так давайте вы свои времена объясните. Нахрен! Если тебя не поняли, почему ты думаешь, что если я выложу свои времена, кто-то поймет? Да, я это тоже как-то... Тоже мне, блин, ход. Я разбираюсь, Танечка. Резко не в летучем университете. Университете мышления. С твоим мышлением. Я рефлектирую и критикую мышление. И я понимаю, что даже если водолажская синхронизируется в этом месте с Витиным, я понимаю, почему у меня такой хреновый имидж в этой стране. Потому что в этой стране никто не собирается мыслить. Мы делаем университет мышления. Пытаемся мыслить, разбираться и медленно двигаться в мысли. И даже главный партнер, правая рука, протестует против того, чтобы работать с мыслью, явленной в тексте. Вот в такой хреновой ситуации, вот на таком периоде своей жизни, я оказываюсь на 4-м году существования летучего университета, на 60-м году своей жизни собственной, блин, и на 7-м или 8-м году сотрудничества с Водолажской. Полностью рассинхронизировавшись. Да, ужас. Тебе понятно было, что я говорил вот до этого момента? У нас сейчас семинар, и я пытаюсь медленно, вслед за вами, понимать, что вы делаете. И думаю, что все остальные занимаются тем же самым. И если они тормозят, останавливают, значит, нужно тормозить и останавливать. Конечно. Нужно тормозить. И я вроде бы на остановку реагирую нормально. Я объясняю, что я имел в виду. Я плохо реагирую, когда мне запрещают делать то, что я делаю. Медленно. Вы можете попросить меня делать быстрее то, что я делаю. Но не делать этого я не могу. И буду делать именно это. Разбираться с мышлением, явленным в твоем тексте. Владимир, если вы видите, что человек сидит на суку и его пилит, вы будете с чем разбираться? С его мозгами, да. Да. С его мозгами. Черта. Что он делает вообще? Да. Или разбираться с тем, как хорошо ли он пилит? Ну что, если он решил самоубиться, я не буду ему мешать. Я просто к тому. Почему у меня претензии к вам? Не потому, что там у меня синхронизация с Водолажской большая по этому поводу. Или с Витиным, или еще с кем-нибудь. Я скажу свою претензию. Мы за каким-то чертом снимаем эти все видеозаписи семинаров, чтобы потом разбираться с текстом Водолажской, который был написан до... После. Ну, не знаю. До или после. То есть ты меня обвиняешь в том, что я не посмотрел вашу прошлую дискуссию? Ну, как ты уже третий или четвертый раз меня в этом обвиняешь. Да, я не посмотрел. И думаешь, что там смотреть нечего. Замечательно. Если там смотреть нечего, нахрена мы здесь собираемся? Нахрена кто нахрена здесь собирается? Я здесь собираюсь на этот семинар университетский для того, чтобы мыслить, думать университет в его сегодняшнем летучем состоянии и в процессе превращения того, что сегодня в летучем состоянии, в нормальный университет. Вот для чего я сюда собираюсь. Собираюсь думать и мыслить. А не трендить и изображать это самое, фиктивные консенсусы. А кто трендит и изображает фиктивные консенсусы? Я утверждаю, что бы там ни было, на вашем прошлом семинаре у вас не могло быть деятельностной договоренности, потому что... У нас ее и не было. Ну, конечно, не было. Да какого хрена я буду смотреть? Я сегодня разбираю, почему ее не было и быть не могло. Мне Павел обвиняет в том, что я не посмотрел, а там все было. Это не было задачей того семинара. Послушайте, ну блин, я не был на том семинаре.
Я не участвовал в формулировке задачи того семинара. Я пришел на этот семинар, второй семинар этого сезона. Точно? Да. Хорошо. Итак, первым же предложением третьего абзаца того текста, который появился после прошлого вашего обсуждения, совмещаются между собой несовместимые вещи. А именно, апелляция к субъекту действия и апелляция к месту встречи разных субъектов действия. Понятно ли, что я вижу в этом абзаце? Еще раз. Мы маем пропрацованное уявление про месце и миссию сучасного университета, то бок уявление про тое, что повинен робить университет. Это университет. У Беларуси, и чем он повинен быть, то бог про место. Чем он повинен быть? И далее переличивается местом, где тое, местом, где сёе, и так далее. И первое, местом, где адмыслово клопотится об мысли. Но университет повинен быть, или должен быть местом, местом осуществления тех или иных действий. Ну, например, заботы о мышлении. Соответственно, вот это вот противоречивое требование к тому, что делать университету и чем он должен быть, должно стать, ну, скажем так, должно нас напрягать. С самого начала. Потому что о чем пойдет речь дальше? Так, подождите, еще раз, в чем противоречие? Одна из проблем естественного языка состоит в том, что в нем нет грамматических категорий для однозначного схватывания всего того, что мы можем мыслить за тем, о чем говорим. Например, есть категории одушевленности и неодушевленности у существителя. Да? Но это не означает, например, разумности и неразумности, активности или пассивности, или претерпевания. Да? Соответственно, если университет это субъект действия, это одно. Если университет это место осуществления действия, это другое. Это понятно? В этом нет противоречия. В этом нет противоречия, здесь есть изъян естественного языка. Мы понимаем, что университет это корпорация, и одновременно университет это будинок, в котором мы можем... Я начал объяснять Галиновскому именно с языка. Да? У нас нет в языке специальной грамматической категории, которая могла бы или позволяла бы схватывать за одним и тем же наименованием разницу между субъектом действия и местом осуществления этим субъектом своего действия. А вот у Далашской именно вот этот парадокс и возникает, в смысле по тексту. Или? Нет, снимается. Дальше, если по тексту, парадокс снимается подменой. Подожди, я... Субъекта, меня, местом. У меня с этим самым, с местом и субъектом, потому что я еще знаю там, ну, там, методологическую феню, которая говорит про там, место деятеля, которая каким-то образом описывает самого деятеля. Например, должностная инструкция
контролера описывает место контролера. Но как бы конкретному, всякому конкретному контролеру, который входит на это место, приписываются, ну, вот деятельностно-субъектные характеристики. Ну, конечно. Так поэтому вот у Водолазской, как бы, нет ли вот... она, может, в методологической фене говорит. Я вам сейчас расскажу, что я делаю. Это, конечно, особенности моего языка и мышления, но тем не менее. Я говорю, что на сегодняшний день у нас наработано. И вот это вот перечисление, это эта книжка. Я говорю, что у нас есть эта книжка. Книжка, в которой есть набор идей. И я их перечисляю так, как я их перечисляю. Собственно говоря, и все. Ну, мне даже не важно, там текст перечисляют, тут в тексте. Там... Я понимаю, что вам не важно, что я имела в виду, но... Нет, ну почему же? Понимаешь, как просто важно? Так... И именно поэтому я читаю. Я читаю, например, вот разделив это, при отсутствии грамматических категорий, разделив вот это, университет, на две разные категории. Дальше я читаю, потому что я не знаю, о чем пойдет речь дальше. Ведь вот обрати внимание, когда протестуют против того, что я сейчас прямо здесь перед вами делаю, да, мне говорят примерно следующее. Из рефлексивного пространства слушающих меня. Да, вот ты тянешь резину, говоря то, что мы понимаем. Все мы уже понимаем, а ты все тянешь, тянешь и тянешь. Да. Потом говорят, прекращай вообще всю эту тягомотину, надо делать другое. Говорю, а вы понимаете, вот что я, к чему я должен прийти, что я делаю. Ведь это можно понять, не услышав то, что я сказал, а оперцептируя то, к чему это все говорится, куда это ведется. И вот эта вот сложность, схватывание действия, деятельности, и вообще в обсуждении таких вещей, как вызов, или там связанных с категорией вызова, состоит в том, что нам надо одновременно удерживать и прошлое, или то, что уже случилось, и то, к чему это ведет, и что может или должно произойти. И либо препятствовать этому, либо помогать. Вот сегодня спроси у Водолажской, из всех людей, которые так или иначе вовлечены в поток или в полет летучего университета, кто помогает реализации замысла летучего университета, а кто мешает, а кто просто путается под ногами или вообще пассивно едет на этом паровозе. Она не сможет сказать впрямую. А договариваться нужно, между прочим, и с теми, кто помогает и движется в том же направлении, и с теми, кто пытается направить это все хозяйство в другом направлении, потому что мы их не можем исключить согласно собственным принципам. Принципам разнообразия, разномыслия там и так далее. И с теми, кто пассивно просто приходит, да, время от времени по расписанию помахать проходящему мимо поезду. Видите, Владимир Владимирович, я могу этого сказать не только потому, что там визиты... деликатности и там еще какие-то, политкорректности или тому, что все профессии... Нет, нужны, конечно, я же говорю, ты не можешь это сказать по причинам объективного хода мысли. Вот почему ты не можешь сказать, а не из политкорректности. Да, я не могу этого сказать, потому что на том уровне, на котором на сегодняшний день у нас сформулированы наши представления о том, чем есть, чем должен быть, куда мы движемся с летучим университетом, я не всегда могу, в принципе, оценить. Особенно на уровне там, действий, даже там, в течение 2-3 лет, да, насколько это, к чему это приведет. Да? То есть это, у нас нет конкретного плана, где точно знаешь, что нужно строить так, так и так. И, собственно, именно поэтому очень сложно оценить, что на самом деле там мешает, а что придает. Владимир Владимирович, а как Давайте сейчас, подожди. Вот я тебя спрошу тогда в соответствии с этим. Когда ты выше, с первого же абзаца, начала говорить про этапы, да, то
Ты говорила про этапы, которые мы прошли и проходим, или про этапы, которые должны быть. Ты говорила про программные этапы или про исторические этапы. Но когда ты говоришь про исторические, то надо произвести тестирование. Определенного рода, да, или там, не знаю, мониторинг, исследование, кто на какой, вот из предполагаемой или воображаемой корпорации университетской, поскольку университетская корпорация не менее воображаемое сообщество, чем нация, все сообщества воображают. Вот кто из этой воображаемой корпорации, какие этапы исторические прошел? Потому что исторические и программные этапы, они разные. По-разному, из разных вообще содержаний состоят и по-разному формулируются. Программные этапы формулируются, исходя из того, что должно быть. Да? А исторические этапы, ну, как-то иначе. И вот тогда ты можешь перформативно, и у тебя для этого есть власть, между прочим, перформативно, исходя из программных представлений, объявить начало нового этапа. Но вот мямлить про то, что мы находимся, господа, коллеги, давайте договоримся, что мы находимся на меже скончания одного этапа и початку нового этапа, вот этого вот как бы произвести нельзя. Потому что все находятся на разных этапах. Никто ни разу в истории ничего не синхронизировал. И так далее. Поэтому вместо перформатива ты пытаешься говорить в квази-исследовательском или в квази-естественно-научном залоге. Это первая как бы, вот путаница и отход от парадигмы деятельностного отношения. И второй момент, это связанный с университетом, с определением университета в одном месте как субъекта действия и взывание с вопросом, а что повинен родить университет? Я такой же козел, как и ты. Успокойся. Я переписала отсюда. Ну, понять, что я козел. Я могу смотреть только на твои рожки, когда смотрю. Своих-то рогов я не вижу. Я рада, что это помогает вам хотя бы. А я вижу, да, что ты обижаешься, как бы вместо того, чтобы вместе со мной мыслить. Ну, ладно. Угу. Я с тобой не согласна, а так вообще... Хорошо, мне не надо твое согласие. Кого я увидал? Мне надо свое взаимопонимание синхронизировать. Понимание, время, место и так далее. Чтобы вместе делать этот самый дурацкий университет, а не порознь. В чем стал дурацкий? Ну, в смысле, фигура речи такая. Раз его так два раза определили неправильно, какой же он будет с ним дурацкий? Ну, конечно. Дурацкий, конечно. Владимир Владимирович, да. Вот я хотел вопрос, да. Вот вы вот это вот смешение вот этих категорий, да, категории университета как субъекта действия и категории университета как места осуществления действия, да, то есть выделили как ну, такую ошибку в мышлении, да, или как там сказать. И какие... Ну, я зафиксировал, что в одном абзаце речь идет о двух разных вещах, несовместимых между собой. Место не действует, деятель местом не является. Ну и как бы каким следствием? Субъект там, может организовывать место. Может. Все может. Я пока дочитал до третьего абзаца. И что из этого следует? Из этого следует синкретизм дальнейшего текста и бардак в голове Водолажской, который этот текст производит. Вот что из этого следует. Мысли в этом не будет. Если ее рефлексивно не постараться вытащить, освободив от синкретического употребления слов по отношению к разным сущностям. Препарировать. Все утверждается, что Татьяна корректно использует слова. Ну, если бы только так, то это было бы полбеды. Но дело же не в том, корректно или некорректно она использует слова. Она человек грамотный, кандидат социологических наук. Имеет право на собственное употребление слов. Не интересует, что как бы за употреблением слов кроется в мысли и к чему это приведет в деятельность. Я вот уже 20 минут назад пыталась сказать, что та часть, в которой рядом употребляются эти слова, ну как бы
само употребление этих двух там противоположных, несовместимых вещей в одном месте не имеет к дальнейшему разворачиванию содержания никакого отношения, поскольку это была апелляция к имеющемуся наработанному корпусу текста. Далее речь не идет. Ну, оно там в скобках и стоит. Послушай, Таня, не оправдывайся. Вот это самое последнее, Владимир что Владимирович, ты можешь делать. Я сейчас не оправдываюсь. Вы говорите, что это совмещение в одном месте дает дальше, да, какие-то, ну, там, изъяны в разворачивании мысли. Я вам объясняю, что это не связано с дальнейшим разворачиванием мысли, только и всего. Мацкевич читать не умеешь. Ты же не умеет. Он же не прочитал сначала до конца, а потом сначала. А он читает по предложениям. Я прочитал и сначала, и в конце. Я вижу, что ты даешь две стратегии ответа на вызов. Да. До этого я еще добраться должен. И чтобы понять, и, например, чтобы критиковать, или что согласиться там и так далее. Слушайте, давайте двигаться дальше. В данном месте я пыталась как бы ограничить эту линию разворачивания мысли, поскольку, насколько я помню, я уже сказала, это было скорее это ссылка и апелляция, а не какой-то содержательный тезис, который дальше разворачивается. Зачем он тогда был сделан? Описывая этапы, говорила, что описывала то, что мы сейчас имеем исторически. Я говорила, что тут у нас я имею. Где, в каком месте? В истории или в программировании? В истории. Вот отлично. Вот теперь уже кое на что это начинает становиться похоже. Итак, что мы имеем? В истории я имею. Ты имеешь? Корпус текстов, в которых обозначены идеи, миссии, назначения, еще парочку текстов наработанных, которые обозначают не конкретный образ, проект университета, а миссию, назначение, общие наработки. Мы имеем, ну я там, по-моему, перечисляла еще, имеем некий социальный капитал, мы имеем какую-то структуру, мы имеем... Я могу назвать систему месцев и формул працы, да? Мы маем коло невеликое людей, мы маем подеи и формы працы, якія пачынаюцца ўспрымацца як традыцыйныя, адмысловыя для летучага універсітэта, і мы маем сталы і пазітыўны імідж ініцыятыўных, ну, некаторых ініцыятыў. І это всё я только говорю по поводу того, что мы сегодня накопили. Вот это мы имеем. И всё. Отлично. Итак, это завершает этап. Вот подожди, пожалуйста. Во-первых, это не накоплением этих вещей, это а относится к проблемами. Прожитому. Да. Да? Вот за это прожитая история. Это я понял. История. Да? А когда мы говорим про вызовы, они где лежат? Ну, по крайней мере, это не в прожитом, да? Оно где-то там. А вызовы здесь. Значит, как относится вот то к этому? Надо выяснять. Надо. Разбираться с этим надо. Дальше. Мало того, что вызовы относятся к людям, присутствующим в определенном месте, а не к этому месту. Дальше разбирается в основном про характеристики места заполненного. Потому что вот здесь говорится, что у выніку этого практичного выпробования мы маем. Ну и вторым пунктом идет, помимо системы мест и форм работы, коло невеликое людей, которые засвоивают на себе новые формы ставления до адукационного процесса, в принципе, индивидуального шляху, напрацовывают змест у новых рамках разумения адукации, спробы выпудовывать свою траекторию по простору летучего университета и пошуков своего ладу из месту деяния. И вот это весьма сомнительная штука, согласитесь. Тем более мы это коло, да, вот при всех тех ранее мною претензиях к выделению этапов, обсуждению этого и так далее. Если вы говорите о наличии круга людей,
как о как это, осознанной общности этих людей, я этого не говорила. Я говорила о некотором количестве таких людей. Есть отдельные люди, которые что-то там осваивают, да? Которые что-то... Это не значит, что они чувствуют себя там, не знаю, единой, общей там... Сектой. Ну, по крайней мере, я этого не знаю. Уж точно, ну и у меня есть подозрение, что это не так. Хорошо. Этот текст есть на сайте Летучего университета. Я мог бы обратить внимание еще на некоторые вещи. Ну вот, скажем, очень забавно звучит там, третий абзац на второй странице. Агульными высновами от гэтага периода пропановы широким колом идеи нового университета являются наступные. Первое. Неодрынивание пропонованных идей, хоть и отсутность истотного захопления ими. Было бы здорово, если бы это было эмпирически проверенное наблюдение. Эмпирически проверенное наблюдение. Молчание знак согласия. Нет. Ну, давайте так, с эмпирическим. Давайте с эмпирическим. Понимаете, что такого рода заявления нельзя сделать априорно? Да? Абстрактно, идеально там, и так далее. Они хороши и ими осмыслены только как эмпирически проверенные, апостериорно. Угу. Ну, поскольку все, что относится к истории, ну, оно должно быть таковым. Соцопрос, Татьяна Ярмакова. А зачем мне соцопросы проводить? Нет, а тут соцопросы не надо для этого проводить. Но надо разобраться тогда в структуре самого. Вот просто, первое, неодрынивание пропонованных идей, хоть и отсутность истотного захопления ими. Понимаете, ну вот нюансные вещи, да? Захопление, неодрынивание. А может быть, это просто терпение и безразличие? Возможно. Возможно. Вот, значит, как бы, если это возможно, то это тогда не категории, не оценки, тем более не эмпирически проверенные оценки, а это некая, ну не знаю, фантазия. Это может быть неправильная оценка. Я оцениваю неправильно. Но понимаешь, оценка с определенной позиции. Если нам важно, отторгается что-то или не отторгается, тогда если не отторгается, мы можем это зафиксировать. Как бы моя идея, да, заключалась в следующем, что за этот исторически прошедший период мы построили определенную инфраструктуру. Инфраструктуру, состоящую из разных элементов. Про места, да, я понял. Не, вот подождите, не про места. Про инфраструктуру, это как это, мы дорогу какую-то проложили, да, с там, кусок железной дороги. И ее осваивают люди. Осваивают очень по-разному, да. Очень по-разному. Кто-то там на ней это, играется, кто-то пытается паровозик вести. И для меня, как это, ощущение, осознание конца этого этапа, оно связано с тем, что инфраструктура есть, и нужно, ну, как бы, и она может быть освоена в совершенно другом залоге, чем ну, то, для чего она строится. Конец этапа для вас то, что рельсы положит. Рельсы уже положит. Мы положили какой-то кусок рельсов, да, а жизнь, которая идет на этих рельсах, лишь в некоторых. В некоторых проявлениях похоже на ту жизнь, которую нужно. И нам нужно не дальше рельсы прокладывать, а думать об устройстве жизни на тех рельсах, ну, и так далее. Ну вот, подожди. Вся... Нам нужно. Мне нужно. Ты торопишься. Ты торопишься. То есть мы имеем некое коло людей, совокупность людей. Да? Мы имеем некую инфраструктуру. Ты говорила, и ты можешь показать мне, что это правильно. Я тебе только что пытался показать, что совмещение в третьем абзаце на первой странице противоречивых требований нечто робить и чимсти быть предполагает
наличие совершенно двух разных сущностей. Людей со их активностью, интенциональностью и рефлексивностью, способных что-то делать, и место позволяющего или терпящего эти действия. И совместить, предъявлять требования что-то делать инфраструктуре нельзя, а к людям можно. Несмотря на то, что в принципе люди могут быть инфраструктурой. Все, кто не ходит на методологические или университетские семинары, конечно же, должны быть отнесены к инфраструктуре. А те, кто ходит, и к кому ты обращаешься? Потому что к инфраструктуре нельзя пойти с категории вызова. Ну, вроде мы даже об этом договорились. Или нет? Да, договорились. Отлично. Тогда вот я и рисую дальнейшее рассуждение, исходя из того, что мы имеем две разных сущности. Корпорация из людей, имеющих цели, намерения, злонамерения, там еще что-то такое. Инфраструктура, по которой можно ходить туды-сюды. Договорились? Хотя в большей степени описана инфраструктура, но некоторые описания у Тани относятся к людям. Потому что неодрынивание пропонованных идей, это не к инфраструктуре относится явно. Несмотря на то, что это не есть эмпирически подтвержденный факт. А значит, строить на этой фантазии дальнейшие рассуждения не стоит. И, между прочим, интуитивно Таня и понимает, и не строит. Отсюда все дальнейшие вещи. Таким чином, мы маем минимальные компоненты, необходимые для конструкции университета, и маем махчимость далее рушить у два баки. И два баки этих самых в разных накерунках она и обсуждает. Собственно, что? Если вы помните, перший бок, який треба рушить. Интенсификация и проявление сущностных для идеи университета черт. Это о чем? Разгон с рельсов проложенных. Всех, кто занимается там не тем, чем нужно. Ну, давай, примерно это самое. Я буду здесь считать. Итак, интенсификация, проявление, черт, формирование и формирование, интенсификация и проявление черт, раз, два, три, относятся к инфраструктуре, а вот формирование и позиционирование собственной идентичности университетской супольности, якая есть в особлении, это хиды. Это вроде бы относится к совокупности или к колу людей. Да? То бок, это шлях створения кропки кристаллизации іншароднага для беларускага грамадства компонента, які своим існаваннем задае напружанне. Тут уже сложно. Итак. Кропка кристаллизации іншароднага для беларускага грамадства компонента. Про что идет речь? Про инфраструктуру? Людей. А как это можно понять? Які своим існаваннем задае напружанне и распочиная процессы пераутварэння, перагляду и пераустанаўлення адносінаў мыслення, практыкі і адукацыі. Гэты шлях патрабуе накіраваць галоўныя высілкі на зборку ўжо напрацаваных элементаў, ідэю, форму універсітэцкага жыцця на канкрэтных людзях, іх жыццяладзе і ладзе дзеяння. І вот как бы совмещение опять, не развлечение выше, и совмещение здесь каких-то высказываний, которые мне с трудом удается отнести туда или туда. Потому что там есть контрольное слово, сборка. Это с этим. Инфраструктуры с упорностью. Отлично. А где, с какого места осуществляется сборка? Ну, подожди, вот с упорностью. Значит, с какого места? Ну, из такого места, когда мы строим схемы, топика и время, или хронотоп, я и разбираюсь со всеми этими вещами, с периодами, с местами и так далее. И понимаю, что периоды выделены в истории, требования, действия в будущем находятся. Из какого места это говорится? Из позиции наблюдателя или из позиции носителя целей там, и так далее. И поэтому как это говорится? Описательно и дескриптивно или перформативно?
Если это перформативно, то тогда не надо врать самой себе про то, что там отсутность истотного захопления, синоявность этого истотного захопления и так далее, и так далее. Да? Потому что, когда ты говоришь перформативные вещи, для этого надо выбрать позицию, а значит, каким образом описать инфраструктуру? Не как рельсы, а как диспетчерский пункт, там, я не знаю, и что-то еще, с которого возможно делать перформативные высказывания. Вот о чем я говорю. Поэтому у меня пока вот в этом самом во всем видно, что как нету места, из которого можно было бы разделить коло людей или университетскую супольность на две неравные части. Поставить задачу перетекания или изменения пропорций между этими двумя частями. В одной части, где произошло самоопределение и субъективация там, идей, миссии там, и так далее, да? И тех, которые движутся либо в каком-то направлении, либо в броуновском движении. В броуновском движении, потому что инфраструктура всегда предполагает броуновское движение. По рельсам люди могут ездить в разных направлениях. Или как Платонов шутил там, в Чевенгуре. Да, от города Мухосранска рельсы вели аж до самого Парижа. Но только никто никогда туда не ездил. Париж? Да. Из Мухосранска. Поэтому инфраструктура-то может много чего позволять. Но если люди просто суетятся. Кто-то пришел на вокзал, там, не знаю, к Васе. Кто-то кого-то встречать, а кто-то ехать. Но ехать в одном направлении, в другом направлении, неизвестно куда. И университет действительно является местом инфраструктуры. Мы эту инфраструктуру создаем определенным образом. И сюда приходят люди, и мы это позволяем, более того, радуемся, чтобы люди приходили и занимались в этом месте, в этой инфраструктуре, своими делами. Ну, понимаете, к этим людям нельзя подходить с категориями вызова, цели, миссии там и так далее. Поэтому, когда говорится и произносится текст про, про вызовы, про то, что мы на определенном этапе, а вы на другом этапе, или надо перейти в границу там, этого этапа и так далее, это можно, об этом можно разговаривать вот с этой частью людей. И бессмысленно разговаривать с той. Но тогда Татьяна нам нужен... так и общается. А? Татьяна Хули так и общается. Так нам дальше нужен некий демон Максвелла, который будет как бы обеспечивать проникновение, проникновение туда-сюда, да, этих людей, кто за какой этой частью находится. Ну и хотя бы просто простая инвентаризация, по головам надо посчитать. Да, у нас с вами такая зеркально-симметричная ситуация. Вы не смотрели видео, а я вот не усмотрел текст на сайте. Поэтому у нас вот синхронизация... Две стороны. Я вот помню, что говорилось на прошлом этом заседании. Там Татьяна как-то для меня проще эти вызовы для восприятия обозначила. Первое, она говорила так, что путь, а не пойти ли нам всем во внутренний монастырь и, по сути дела, законсервировать ту касталию, то сообщество, прото-сообщество университета, чтобы дальше рафинироваться в своих изысканиях. Либо второй вариант, наращиваем инфраструктуру и смотрим, не появится ли там чего-нибудь еще важного, интересного, нового и так далее. Это есть в тексте. Вот. Это есть в тексте. Владимир Владимирович говорит правильную как бы вещь, в общем, мне очень сложно ее отрицать. Да? Действительно, я не беру на себя в данном случае функции этой, не функцию, не позицию перформатива, который будет говорить. Значит так. Ну, во-первых, идем во внутренний монастырь, во-вторых, туда идут, значит, это с 1 по 15, а ты не прошел. Ну, там. Или хотя бы не на меня там такую функцию там возложить или взять, да, а наличие такого места, там, позиции, супольности, которая бы могла это решить. Да, действительно, для меня на сегодняшний день вопрос перформативного решения того, куда идти, это проблема. Я не могу взять это на себя. Ну, а еще я хорошо помню, Татьяна, что в прошлый раз вы весьма открыто задавали свое субъектное место, почему вы вообще посчитали возможным делить на этапы и встречать эти вызовы, потому что четко обозначено, например, что для вас этап начался и закончился тем, что раньше существовала ситуация, где летучий университет
ну, по сути дела, находил себе партнера вовне. То есть его деятельность была востребована, да? А теперь вы этого не ощущаете, на себе не ощущаете, да? И эту ситуацию вы экстраполируете на университет в целом. Ну, это скорее, ну, связано не с тем, почему я этапы эти выделяю. Это просто, ну, как бы, еще второй был аспект рассмотрения этого вызова. Да? Это, собственно, политическая ситуация и, ну, как-то, да, возможность фактически стейкхолдеров. Ну, фактически, я это тогда понял, как вот один из критериев, по которому вы вообще начали водораздел проводить. Ну, почему раньше университет существовал так, а вот сейчас как-то по-другому? И тогда мы еще эти все там то про Маркс осуждали, то еще про какие сферы, опять же, на метафорах все больше. Ну, я бы сказала, что дело не в том, что он раньше имел эту, ну, там, практику этих стейкхолдеров, а раньше, ну, я, по крайней мере, видела такую перспективу, ну, относительно близкую. А сейчас мне, в общем, такая перспектива кажется крайне туманной. Вот смотри, Таня, Павел ведь говорит важную вещь. Для того, чтобы, исходя из состояния дел, и видение миссии и целей нужно для того, чтобы, исходя из этого, объявить следующий этап, нужно поступать примерно как этот самый Владимир Ильич Ленин, как он там делал. Вот так. Революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась. Ну, понимаешь, а ты этого не делаешь не и сознательно уходишь от этого. Да. Так какого черта ты берешь на себя право говорить в гуманитарных категориях, вызовов там и так далее? Более того, экстраполировать на супольность свое субъективное видение и фантазии. Ты уж определись, одно из двух. Либо влезаешь на броневичок и объявляешь новый этап, это нормально и правильно. Тем более, что ты погружена во все эти вещи и больше, чем кто бы то ни было, понимаешь. Либо ты занимаешься описательным выделением исторических этапов и являешься дескриптивным научником. Ну и тогда как бы твои научные выводы, результаты должны лечь в основу того, кто будет этот этап объявлять или не будет объявлять. То есть, грубо говоря, опять же, обустройство специфического места в инфраструктуре и выделение или нахождение супольности того, кто это место может занять. И это не важно, будет это один человек, коллектив там или еще что-нибудь. Но вот эта вот нерасчлененность, несовмещенность между собой различных требований гуманитарно-деятельностного отношения с, естественно, научной манерой, выделение этапов, описание и так далее делает этот текст абсолютно невнятным. Отлично. Вы там сказали выделение, определение места, выделение. Это вот это вы сейчас перформативно заявляете? То есть вы можете это выделить? Ну, то есть вот это тогда сейчас что? Это вы сейчас дескриптивно научно описываете нашу ситуацию? Необходимость? Я сейчас занимаюсь тем, что ты больше всего не любишь из моих занятий. Я занимаюсь воспитанием и формированием тебя. Я правоимеющий. Я мыслящий. Не, папа Карло это, а не Буратино. Нет, мне показалось. А Буратино вот с этим длинным носом вот сидит, блин, и сопротивляется. Я ж нос-то еще и обтяпаю. Рано или поздно. Потому что, ну и дальше, на завершение, как бы. Понимаешь, выделяешь ты две стратегии. Две стратегии трусливых. Стратегии, как бы, сохранения. Огораживания, закопаться в норку, в монастырь там и так далее, да? Или сохранение существующего. А в данной ситуации, как я это понимаю, как бы, да? Единственное, что может нас как это, сохранить. То есть нужно очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте, говорила Алиса. Бежать надо, а не прятаться в норы и это самое, и заховывать нажитое. Ничего пока летучий университет не нажил достойного сохранения. Ничего.
Ну, вторая эта стратегия у нее не только сохранять нажитое, но приумножать просто без системы или без дальнейшего плана. Ну, дальше там можно разбираться с этими вещами, потому что стратегии можно просто называть, а дальше уже смотреть, насколько они хорошо, правильно там прописаны и так далее. Не-не-не, да? Подождите. Из того, что вы до этого говорили, нужно выбрать броневичок, нужно, чтобы кто-то мог на него залезть и обозначить стратегию. А вот это выбирать, это вообще дело слабое. Поэтому давайте, залазьте на броневичок и обозначайте вам стратегию. Ну, а я где? А, то есть... Я что, не на броневичке, тогда, я всегда с броневичка. Тогда да. Проясните, куда мы там должны идти? Вот смотри, мы должны сейчас проделать мышление, организовать свое мышление и проделать все, о чем говорили большевики. Начиная с вопроса. Ну вот я это откатал, как бы, да, тогда я начну эти самые формировать вопросы, на которые требуются ответы уже без метафор там и так далее. Первый вопрос. Сколько университета в летучем университете? Сколько? Я бы вынес этот вопрос на конференцию, потому что... Подождите, это какая-то слабая дескриптивная позиция на конференцию. Это не дескриптивная позиция, потому что она ни хрена не описывает. Это вопрос, категорический вопрос. Какое право вы все тут, ты в первую очередь, имеете называть эту вшивую, блин, эту самую побудову, блин, 30-х или 40-х, 50-х годов с текущей крышей, с облезлыми обоями, называть университетом? Кто вам дал такое право? Почему вы имеете право называть эти курсики какие-то университетом? Все нормальные люди называют это курсиками, а вы называете это университетом. Вы имеете на это право. Придите вот к Михайлову, например, в ЕГУ и скажите: слушай, Михайлов, давай поговорим с тобой, как университет с университетом. Что вам на это Михайлов скажет? Предъявите вверительные грамоты. Не потому, что ему нужны действительно эти вверительные грамоты, что они о чем-то говорят. Это будет вежливая, интеллигентная, академическая форма посылания в задницу. И он будет прав. Пока вы не ответите себе на вопрос, себе, ты не ответил, я, сколько университета в этом летучем университете? 1%. Для уточнения вопроса. 30. Университета в нашем понимании? Ну, конечно. С тем, чтобы прийти и сказать: Михайлов, что ты, блин, со своими этими аккредитациями? В твоем университете ни хрена университета нет. Вы громко себя называете ЕГУ, а на самом деле превратили хрен знает во что эту богадельню. Присутствие университета в ЕГУ не означает присутствие его здесь. Конечно, но я заткнул Михайлова, и дальше я говорю: у меня хотя бы 1% от университета есть, а у тебя вообще ни хрена нету. И мы на равных начинаем разговаривать. Я-то к нему по-человечески, а он ко мне с буквоедством. Но не ответив себе на вопрос, а что университетского в этом университете? Это полено или буратино? Ну, собственно, этот вопрос мы в прошлый раз обсуждали. Отлично. Вы закончили обсуждение? Нет. Нет. Так я и говорю, выносим этот вопрос на конференцию. Дальше. Это в таком, скажем, структурном, да, составном залоге. Сколько? Количество. Можно взять в процессуальном. Мы находимся в становлении. Все когда-нибудь, как-нибудь становилось. У всего есть свое происхождение. Есть история, которая начинается после того, как нечто, что должно было быть, начало быть. И была предыстория. Может быть, нам надо говорить о 4 годах предыстории университета? Ну тогда к предыстории одни требования, одни претензии. Одни ожидания и одни вызовы. К истории другие. Либо мы говорим не об истории в естественном, квазиестественном залоге, а говорим о программировании. Тогда мы говорим еще о проспективной истории. Но тогда
мы должны как бы экземплифицировать университет, ну, например, уже да, как это, деятельностно и перформативно, относясь к парадоксу Кучера. Сказать, вот у нас как это, множество кола людей, предположим, 100%, на некоторых людях, на некоторых, мы можем, скажем, а это от всего множества составляет, например, 5%. На 5% от множества людей, входящих в сообщество летучего университета, собственно, носителями университета или университетом являются 5%. Но эти 5% несут в себе 100% университета. И там начинаются разные вот эти вот качественно-количественные вещи. Потому что, возможно, в ЕГУ тоже есть университет. Более того, задан, например, там, на 13 людях, вошедших в Сенат. Все остальные не являются носителями университета, а вот эти 13. Демократическая платформа, так называемая. Да? Ну, предположим, я не знаю, но как бы они должны себе отвечать на эти вопросы. Вот я сегодня разговаривал с Павлом Терешковичем, председателем этого самого Сената. На что-то он может ответить. Он знает, продумал и готов отвечать за свои слова. А на какие-то вопросы уже нет ответа. Он о них даже не думал. Поэтому я предлагал с ним встретиться, поговорить. Да, так мы же это... И правильное предложение. Но тебе Татьяна и сказала, да, что сначала она меня выпустит, не зная зачем, чего и к чему это приведет. Мне Галатин понравится. Да. А потом уже пойдем вот по этому. Пока не... Понимаете ли, предложение Павла в нашей рассылке прогрессивно не действует на людей из ЕГУ, поэтому с ними нужно договориться, пригласить, объяснить, что это будет и так далее. К сожалению, с броничка это не получается. Для всего нужно выгораживать соответствующие. Ну, вот вы говорите. Между прочим, вот Терешкович рассказывает, что он приходит с решениями Сената к Михайлову, и рассказывает. Михайлов не слушает, пропускает это мимо ушей, а потом говорит, понимаете, Павел, я занимаюсь решением международных вопросов. С донорами, с международным сообществом, с Европой, там, с Северным Советом разговаривают. А вот то, что происходит вот тут, мне до этого руки не доходят. Чего вы ко мне пришли со своими сенатскими преподавательскими проблемами? Идите к колбаске. Поэтому, да, для того, чтобы пригласить того же самого Терешковича сюда, как бы, нужно вообще выстроить место. Там начинаются уже другие эти вещи, которые сюда же тоже к топике относятся, и к топике, и к хронотопу целиком. А именно статусные. Да, то есть, для того, чтобы Терешкович пришел сюда вместе с представителями демплатформы в Сенате, обсуждать идею университета, они должны тоже ответить себе на вопрос, а сколько тут университета в этом самом летучем университете. Можно ли здесь? Это то место, где это обсуждается. Ведь не пойдут же они в ПТУ обсуждать эту проблему университета. Нет, с лекцией могут прийти и в ПТУ. Но обсуждать, всерьез садиться за обсуждение, это надо все обустроить. А кто, кроме нас, это будет обустраивать? Поэтому деятельностное отношение и описательное отношение, разные отношения. И даже как бы, если Водолажская формулирует вызов, формулирует в описательном, дескриптивном отношении, вызовы задаются только перформативным языком. Вызов – это категория перформативного языка. Правильно ли я поняла, что вызов, сформулированный вами, состоит в необходимости ответа на вопрос, сколько в нас университет? Нет, ну я могу разбить это на целый ряд вопросов. Я вот увлекся и начал эту фигню рисовать. Ну, давайте зачеркнем все эти проценты и так далее. Это первый вопрос. Но вот мне нужно было с категориями поработать и так далее, чтобы этот вопрос был понятен. А? Второй вопрос. Да. Вот теперь. Где... И дальше начинается. В истории, в генезисе, программе
университета находится летучий университет. Потому что этапы не без обозначения, без категоризации того субъективного времени или того мыслимого времени, времени в мышлении, в котором мы выделяем этапы. Этапы выделить нельзя. Нет, можно, но по-ленински. Революция, о которой говорили большевики, свершилась. Видите, и никто не спрашивает у Ленина, почему свершилась, где там, и так далее, и так далее. При всем при том, что на самом деле Ленин такого не говорил, как выясняется. Он считал октябрьские события переворотом, но он же не выходил на трибуну и говорил, октябрьский переворот, о необходимости которого, это выглядело бы глупо, да? Переворот и революция. Вот революции так объявляются. А мы чего объявляем? Этапы, периоды в жизни вот некоего сообщества. Нужно понимать, есть история, биография, генезис или происхождение, да? И программирование, или программная работа по созданию. Только в них выделяется. И этапы будут разные, в зависимости от того, это история или программирование. Третье. А тут вопрос к конференции или к следующему заседанию? Я думаю, что к конференции. Несколько конференций. Ну, можно обсуждать это в процессе, да, потому что, в принципе, для того, чтобы эти вопросы были осмысленными, надо вообще много всякой категориальной работы проделать, а не лишь бы что. Третий вопрос для меня существенен только в программировании. Только в программировании, и он уже как бы относится не просто к количественным характеристикам того, сколько, собственно, университета, в смысле идеального университета, в университете, да, сколько следующее, если в программировании, да? А что в летучем университете является университетом, ну, я так укращу, да? А что строительными лесами? Потому что история истории, да, превращение головастика в лягушку или там икринки в головастика, это одни процессы. Как только мы занимаемся программным каким-то процессом, то там конструирование, создание, строительство и так далее, и так далее. И там все разделяется на подсобные действия и сущностные действия, на строительные леса и, собственно, капитальные сооружения и так далее. Да? И нам нужно безжалостно снимать, разрушать, разбирать строительные леса, которые выполняли для нас определенную функцию при возведении стены, но когда стена возведена, например, и построена внутри фундаментальная лестница, эти самые леса, опалубки и так далее, должны быть разобраны и выброшены. И вот на сегодняшний день, когда мы имеем целую кучу всякой инфраструктуры в летучем университете, мы должны очень четко понимать, что для нас является полуфабрикатом сущностных каких-то вещей, что является всего лишь строительными лесами, которые мы сейчас юзаем для отсутствия фундаментальных стен и сооружений. Я понятно? Если использовать бритву Оккама, третий вопрос, он не является, собственно, приложением первого? Он по-разному звучит, как бы, да, и по-разному к нему относиться надо. В этом смысле так, платоновский, идеалистический, достаточно... Совпадение с миссией. Совпадение с миссией, там, какие-то вот эти вот вещи, да, как бы, подобие, моделирование там и прочее, да. Тогда как при ответе на третий вопрос нам нужны совсем другие категории. Это категории скорее прорабского, технического характера, а не онтологического и вот этого вот порядка. Ну, просто и там, и там можно свести к соответствию плана, допустим, здания и здания. Они могут быть похожи, некоторые вещи, да?
Но план здания или там вот эти проекции здания и так далее, ну как бы это сказать? Это еще очень много зависит от технологий, от технологических процессов и технологических подходов. Да? Вот скажем, когда строители заливают бетонные стены, скажем, да? Ну и раньше, да и в общем и теперь, только просто это в разных местах делается. В опалубку заливается жидкий бетон, при застывании опалубка снимается, в ней нет необходимости. Да? Когда вы строите фахверковое сооружение или саманное сооружение, там другой технологии, или вот украинские мазанки, да, там все по-другому. То есть вы строите опалубку, наполняете пространство между опалубкой всяким материалом, да, а потом не убираете опалубку, а обмазываете, придаете ей декоративный вид. И, собственно, опалубка выступает несущими конструкциями для того, что хлипко и не держит внутри этого. Ну, то есть вот, технологии разные, поэтому нельзя вот просто так, не имея прорабской позиции, не имея технологической позиции, на третий вопрос ответить. Вот на первый вопрос можно. Ну и нужно отвечать на первый вопрос. Можно и отсюда уже на первый вопрос отвечать. Но, в общем-то, первый достаточно и без технологических, не в технологическом заводе рассматривать. Вопрос к тому, надо ли нам два вопроса, или достаточно надо, с одного какого-то. Надо. Потому что и это надо, между прочим, для, если мы понимаем, да, что сообщество университетское непременно и всегда будет разделено на две вот эти части. Для самоопределившихся строителей университета важен ответ на третий вопрос, а для всей остальной части убедительнее звучит ответ на первый вопрос. Он онтологичнее и поэтому как убедительнее. Я написал, старался онтологичнее. Ну, собственно, как бы, чего я хотел сказать? Я хотел не сообщить истину про этапы, процессы и так далее, хотя, в общем, у меня есть представление об этом. Но я, в соответствии с тем, что я говорил, я достаточно четко отдаю себе отчет в субъективности этих представлений. А делиться субъективными представлениями имеет смысл только тогда, когда как это, мы одной крови. Пока этого нет, пока мы не достигли определенной идентификации себя в «мы», то есть определившись здесь, здесь, или помните, как когда-то Бобрович рисовал вот эти вот обводы, да? И все ко всему, что рисовал Бобрович вот в этих обводах в прошлом году, можно применить вот это «мы». Но это будет совершенно разное «мы», с совершенно разными языками, с разными вызовами, там, не знаю, представлениями о категориях и так далее, и так далее. Вот, собственно, что я хотел сегодня проговорить. По сути, вы предлагаете несколько тем для будущих конференций. Как возможность разобраться, по сути дела, с тем, что говорила Татьяна. Существует ли университет сейчас, и какие перед ним есть вызовы? Иначе, да? Это если говорить, что я предлагаю. Что я предлагаю для будущей конференции как тему. Потому что об этом еще думать надо, да? Поэтому не надо вот торопиться давать ответы. Это в процессе думать. Что вы предлагаете сегодня? Я сегодня это и предлагаю. Но дальше, уже не описывая, а скорее демонстрируя. Да? Вот работу с категориями, разбор, критику и так далее. Я еще предлагаю отвечать на вопрос, как это делать на конференции. Вот понимаете, можно... Вот есть в Минске... Есть в Минске, но зарегистрированный в Риге, Институт белорусской истории и культуры. Он регулярно проводит разного рода обсуждения. Это прям такие. Это материалы конференции по трансформации ментальности белорусов. Уместно ли здесь слово «трансформация»? Я не знаю. Но могу с Тарасом по этому поводу говорить. Когда-то меня Тарас позвал на одну из таких конференций, я там делал сообщение. Я его делал методологически. Я пришел, самоопределившись как методолог, и делал, соответственно, методологическое сообщение. После этого Тарас никогда больше не зовет меня на эти конференции. Я правильно делаю. Несовместимость подходов.
Если мы строим университет не только там с какими-то соответствиями платоновскому идеальному там университету, да, идеям университета, а мы строим университет мышления, и не просто университет мышления, а современного мышления, то мы должны иметь образцы, демонстративные или уже нормированные, но какие-то образцы этого самого мышления. Мы должны делать попытки мыслить об этом, да? А значит, как бы отвечать за каждый шаг, сделанный в мысли. А для этого нужно иметь не просто интенцию полагать чего-то в будущее, говорить об этом, там, описывать и так далее, да? Но и рефлексию, чтобы каждый шаг мог быть повторен для исправления ошибок, реагирования на критику там, и так далее. И повторен в правильном виде. Поэтому я сегодня еще и демонстрировал, каким образом это делать. И это второе предложение. Потому что на четвертом году, я не знаю какой это этап, но на четвертом году существования летучего университета я могу себе позволить иной уровень требований, требовательности к мыслительным проходам участников группы строителей летучего университета. Все на этом. Смотрите, выходит человек и говорит, что есть вызов, который стоит перед ним. И в тот момент, когда он выходит и объявляет про это, разве тот вызов, который он провозглашает действительно для себя, не является тем самым демоном Максвелла, который позволяет отделить вот этих агнцев от козлищ, да, и те, кто, ну, как бы тоже видит эту идеальную сущность, этот вызов, они оказываются своими, они оказываются сообществом, они оказываются вот там во внутреннем круге этом, да, которые строители. Ну и работает же как перформатив, и вне видит. И тогда не проходит. Виолетта, ты же у нас правозащитница, да? Нет. Так это тебе лишь. Ну, любишь защищать женщин, толерантность и так далее. Ну, давай разберем в общем виде ситуацию, в которой встает судья, разбирая дело об изнасиловании. Имеет место быть эмпирический факт. Кто-то трахнул кого-то. Факт зафиксирован. Все стороны, участвующие в разборе дела, факты не отрицают. Сажать или не сажать того, кто совершил этот акт. Это зависит от других обстоятельств. Ну, например, по взаимному ли согласию. Ты понимаешь, меняет вот наличие согласия второй стороны, в корне меняет дело. А? Нет состава преступления, не о чем говорить. Правильно? Ну, вот приходит человек и говорит, я хочу сделать университет. Криминал или наоборот, подвиг, ну, в этом месте определяется не тем, кто так говорит. Мало ли кто чего скажет. Вот пришел Мацкевич и ляпнул. И все ведь ты первая хихикала, когда я это ляпнул, правильно? Ну дальше я пришел и сгвалтил. Поимел. Например, Виолетту в этом месте. Да? И она включилась в это сообщество. Трахнутых мною и этой идеей. Да? По всеидному согласию это произошло. А дальше, если согласия не было, у судьи начинают возникать другие вопросы. И, между прочим, чем дальше от Европы, тем острее эти вопросы стоят. А не было ли поведение трахнутой стороны, провоцирующим на трах? И начинают выяснять вот эти штуки. Мало того, что человека трахнули, да, так еще потом он окажется виноват в этом. А это то же самое с университетом. Вызов, да? Это не произнесенные слова кем-то. Отнюдь. Это слова
будучи произнесенными, услышанные, и этого еще недостаточно, принятые как вызов и отвеченные. Только тогда произнесенные слова являются вызовом. Слушайте, смотрите, еще раз, все-таки, да? Выходите, вы говорите... А значит, их нельзя сделать одному. Ну, условно, да, сейчас возьмем кого-то. Выходите, вы говорите, там, Беларуси нужен университет, и мы не будем его делать. Ну, в данном случае не один. А, выходит Таня и говорит, перед университетом стоит вызов. Это что, это не одинаковая ситуация? Абсолютно. А в чем там вот эта разница в перформативах? Потому что вы говорите, мы будем его делать, ну, а вот она понимаешь, не когда тебя делать? Спрашивают, как тебя зовут? Ты говоришь, Виолетта. Mm-hmm. Да? Нормально? Mm-hmm. Нормально. А когда-то, да, кто-то, я не знаю, кто именно, но кто-то правоимеющий, взял тебя много-много лет назад, три десятилетия почти, да, взял на руки и сказал, вот это существо нарекаю Виолеттой. И с этого момента ты стала Виолеттой. И слово одно, Виолетта. Как тебя зовут? Виолетта. И это сообщение. Одно. И другое дело. Нарекаю. И с тех пор, да, ты становишься Виолеттой. И чтобы тебе переименоваться, тебе нужно перебить этот перформатив наречения. И сделать как-то иначе. Это большая и сложная процедура. Короче, рассказ о собственных страданиях по поводу вызовов не является перформативом. Конечно же. И когда вы описываете вызовы, да, никогда не надо забывать, что если вы их описываете, как вызовы, например, да, вам обязательно нужно выгородить соответствующее пространство позиций, в которых вызовы вообще обретают статус существования. В противном случае вы говорите о несуществующем. Ну, в любом случае, даже выгородив это пространство, противник произнеся вызов, наименовав его, если вы не получаете ответа... Ну, нет, так вот, вот смотри, вызов. Я же говорю еще раз. Вызов не можно осуществить единственному, да, солипсисту, там, еще кому-нибудь. Вызов вообще нельзя сделать в одиночку. Как нельзя судить человека за анонизм, например. Несмотря на то, что по эффекту, там, например, в одном организме, там, ну, какие-то одинаковые вещи. Если у него шизофрения какая-то часть была не согласна. Это в других местах разбирается. Да? В дурдоме. Вот Беларусь это сплошной дурдом. Так, где люди говорят о чем угодно, как бы не понимая ни слов, ничего. Не отвечая за то, что они делают. Я так понимаю. Твой вопрос связан с тем, кем и как будет принят вызов, сформулированный сейчас, ну, или брошенный Владимиром Владимировичем. Он прилетел, сейчас посмотрим, нет, подожди, будет ли... Вот это вот. Еще. Виолетта начала разбираться. Ей до вызова еще далеко. Пока мы разбираемся с тем, что, чем различается гуманитарная действительность, которая составляет предмет гуманитарного знания или гайснисеншафта. Я подозреваю, что естественно. Я с этим разобралась. Можно я вас перебью? Я просто понимаю, что у меня в вашем говорении сливались два разных вызова. Один вызов – это тот, который человек, который собирается совершить перформатив, осознает для себя, ну, который он переживает как некий личный. И второй вызов, который он выходит и кидает другим. И это вообще разные вызовы. И они, ну, как бы разного конечно, требуют. Конечно, разные. Конечно, разные. Но при всей своей разнице они возможны только между одного порядка объектов. Теми объектами, которые, грубо говоря, являются субъектами. Но человек, двуногая, без перьев и широкими ногтями, не автоматически является таким объектом. И в первую очередь это определяется категориями, которыми он пользуется, и словами, которыми он эти категории выражает. Поэтому так внимательно надо относиться не только к звучащим словам, но и к грамматике их употребления. И эта грамматика может быть либо дескриптивной, либо перформативной. Я понимаю,
конкретность, я понимаю больше. То есть, когда я говорила про вызовы, я понимала, что Таня описывает некий вызов, стоящий перед ней. И это одна ситуация. Нет. Вы, приходя сюда, говорите, что Таня, ты не бросила вызов тем людям, которые пришли. И ну, это просто совершенно... Ну, грубо говоря, да. Я Тане это говорю. Если вот огрубить все вот эти вот нюансы, потому что это надо в нюансах разбираться. А если совсем огрубить, я говорю, Таня, ты описываешь вызовы, но не принимаешь и не бросаешь. То есть саму себя она берет как естественно научный объект. Все, у меня нет вопросов. Тогда что мы делаем дальше? По-моему, дальше мы бросаем вызов Терешковичу от имени Павла Барковского. Значит, от имени Павла Барковского. Ну мы! Мы! Ведь Павел же не к себе на чай приглашает. Ты будешь гасить Терешковича? Почему я? Почему сразу я? Ты? А кто координатор? Нас с Павлом. Кто разбрасывает? Мы с Павлом составляем сообщество летучего университета. Еще не разобрались, в какой части. Я так что давайте. Поэтапно. Я делаю предложение сообществу. А не сделайте нам следующее университетское заседание. Обрати внимание, как это. А не испить ли нам кофею? Да? Да. В слагательном наклонении вызовы не бросаются. Так это не вызов. Хотя услышать вызов можно в любой форме, если кто-то нас тронет. Пока я спрашиваю, поскольку этот университетский семинар не мое личное предприятие, не мое личное. Маскевич на свою программу может звать кого хочет, в принципе. Там, без согласования, может быть. Или с согласованием с продюсером, не знаю. Но вообще на свою программу может позвать кого угодно и разговаривать о чем угодно. Вот. Если бы это был семинар Павла Барковского, я бы действительно захотел Терешковича позвал, захотел, позвал Тарса, захотел еще кого-то. Если у нас университетский семинар, это коллективное мероприятие, я делаю предложение всем участникам этого семинара. А не сделать ли нам заседание по мотивам происходящих в ряду событий с тем, чтобы выслушать людей, втянутых в эти вот отношения, и посмотреть, не является ли их позиция в чем-то похожей на те позиции, которые у нас здесь озвучиваются, не являются ли их вызовы где-то с пересекающимися с нашими вызовами, и нет ли у нас возможности для какого-то разговора. Если это принимается как тема интересная, тема и люди значимые, которым действительно есть что сказать, тогда уже можно переходить к этапу 2. А именно подходить к людям, находить подходы к этим людям, назначать время, собирать специальное вот это заседание и так далее. Но если нет этого первоначального согласия, я не могу пойти со всеми договориться, а потом всех поставить перед фактом. Следующее заседание будет таким. Кто хочет, приходит, кто хочет, нет. Ну, по крайней мере, я так себе это представляю. Может, у нас по-другому должно организовываться, я не знаю. Ну, что никто не знает. Павел, а сколько вам согласных надо? Ну, не знаю. Хотя бы вот сегодняшние присутствующие могли бы с этим определиться. Надо звать. Я согласна. Ну, единственное, что мне кажется, что... Я согласна, ну и я и писала тогда, что, в общем, мне кажется, что это осмысленная очень идея, да, но надо как-то, наверное, сформулировать не в смысле, что по вашей ситуации, потому что, ну, я думаю, там ситуация нет, очень... Там, конечно, грамотно подойти к выбору темы разговора и выбору собеседника. Потому что там их 12 человек, мы 12 не потянем никак. Ну, вот смотрите, как уже начинается интересно, да, то есть мы начинаем... Приняв версию, да, что хотим поговорить с этими людьми, мы начинаем пытаться их понимать. А попытки понимать их у нас, в общем, как это вполне обоснованы. Например, мы знаем о кодексе чести, принятом в ЕГУ, да, и если придут обсуждать проблемы ЕГУ участники, у Михайлова будет козырь против них, он скажет, а че ж это вы вынесли наши проблемы на... Там уже статья есть, соответственно. Ну да, да. То есть мы не можем предложить им обсуждать их проблемы на нашей территории, на нашей площадке. Почему мы не можем предложить? Ну, смотря какие проблемы. Ну, потому что мы поставим их в дурацкое положение, неудобное. Ну,
Внутренний конфликт. Нет. Скажут, вот нет, они раз... могут по-разному относиться, да, к этому. Меня тоже могут осудить за высказывание против Республики Беларусь, да, и там и так далее. Зачем ставить людей? Меня же зовут, я хожу, говорю. Людей в такое положение, поскорячь. Ну, у нас, в принципе, здесь публичное пространство, поскольку все выкладывается в интернет. Да? Соответственно, все, что здесь происходит, это происходит в публичном пространстве. Соответственно, опять же, мы должны себе поставить вопрос так. Нас вообще интересуют те процессы, которые происходят в ИГУ, личный конфликт преподавателей Сената с Михайловым и другими там проекторами администрации. Либо нас интересуют какие-то другие, может быть, более существенные вопросы, которые стоят как подоплека за всеми вот этими уже мельтешениями, политикой и прочими вещами. Вот если мы говорим про политивного субъекта, я бы сказал, что все это нас интересует. Кого-то в большей степени одно, кого-то в большей степени другое, но интересует. Вопрос, опять же, можно сформулировать тему в следующей встрече, за что вы ненавидите Михайлова? Да. Да. Это будет один повод сборки. Да. Да. Второй, и там можно и Дунаева позвать, он тоже что-нибудь такое скажет в этом направлении. Еще кого-нибудь позвать, там Казакевича, он тоже что добавит. Вот. А можно позвать на, опять же, обсуждение, что такое там, допустим, современный университет, да, и насколько вот. Там, не знаю, американская модель университета или там то, что сейчас происходит с ИГУ, соответствует университету. Обратите внимание, вот давайте разберем эту ситуацию. Она очень характерная и красивая. Итак, мы можем сказать, что, ребята ИГУшники, приходите к нам, мы хотим обсудить ваши проблемы. Михайлов, не Михайлов, это одна штука, да? Мы можем сказать, ребята, приходите, мы обсудим проблемы университетского этоса вообще там и так далее. Да? И мы можем сделать следующий ход. Ребята, у нас есть проблемы. Они нас касаются. Они нас волнуют. Проблемы в летучем университете, они связаны в том числе с идеей университета и так далее. Приходите к нам обсудить наши проблемы. Три разных варианта. И они адресованы разным людям, несмотря на то, что имена одни, разным людям. И вот представьте себе, как будут реагировать люди на... вот первый вариант для нас закрыт. Закрыт поэтическим соображением. Да? Ну, просто я, например, могу посылать людей матерно, там еще, да? Но я поэтическим своим соображением стараюсь, если я это понимаю, не ставить людей в глупое или дурацкое, или там излишне сложное положение. Пригласив людей из ЕГУ. Ну ладно, хорошо. Что? Участники твоей размовы на уголовное дело каждый наговорили. Если слушай, я их не ставлю в дурацкое положение, между прочим. Ну, а здесь ты что ставишь? Может, вот здесь спросить можно сначала тогда. Вот они готовы, не готовы говорить, и грозит им чем-то это или не грозит, и как они к этому относятся? Вот здесь точно мы ставим их в плохое положение. Ну ладно, я за то, чтобы спрашивать о таких вещах. Вот и все. Да ладно, ну можно спрашивать, конечно. Конечно. А спрашивать потом делать можно. Или не делать это, приглашение. Да. Но спрашивать, это не есть перформативное приглашение. Согласен. И, то есть его можно обустроить. И в принципе, там иногда такие вещи даже полезные, люди на это идут. Но я говорю просто, вот как это первое предложение выглядит и как оно должно или не должно делаться. Второе, академическое. Прийти поговорить о чем-то, обо всем, ни о чем, так приходят академики разговаривать. Для этого должно быть... А? Там это ничего. Но обо всем, ни о чем. Ну, потому что полботать безответственно. А это, говорится, это каждый будет потом определяться, что он будет говорить. Okay. Если вообще говорить об университете, возможно, они начнут конкретно. На примере своего университета говорить, вот это что там Галя, слопнет. Вот это и есть безответственная болтовня. Совершенно это не безответственная. Научная конференция это называется. Да. Но для этого нужно обустроить конференцию. И люди должны видеть смысл обсуждать вот это. В третьем варианте возникает вопрос, а зачем им обсуждать вот, наши проблемы? Точно. Вот, какое они имеют отношение к нашим проблемам? Вот теперь смотрите, три постановки вопроса, задания темы, как бы, да?
создают три разных человеческих ситуации. Разных совершенно. И между прочим, если вы хотите знать себе цену, а не рассказывать про то, что я думаю, что там это самое установочное захопление, там не захопление и так далее. Хотите знать себе цену? Пригласите уважаемых людей обсудить к вам ваши проблемы. Они еще их не знают. Вот не надо. Вот не надо. Вы получите ответ, когда проверите эмпирически. Да, конечно. Вот, а теперь дальше тогда кто будет предлагать? Обрати внимание, Павел не может сделать это таким образом. И он тебе это объясняет. Это я слышу. Ну? Дальше я слышу ваш перформативный наезд. Опять же, что значит я не могу? Я могу договориться с отдельной частью, насколько я их хорошо знаю, допустим. Я знаю там и Шпарагу, и Лаврухина, и Жванкова, собственно, половину этих самых спичрайтеров этой самой демплатформы. Ну и что, я почти их всех знаю. Все мы практически все видим, всех знаем. Ну, может, те и школы. Но они нас знают с разных сторон и по-разному будут реагировать на вот еще. На это предложение. Ребята, я просто сейчас за это цепляюсь, потому что мы начали говорить о перформативе, о разнице, грамматике там и так далее. Итак, тема. Внешняя форма одна, да? Университет там и так далее, и так далее. Содержание в этой внешней форме три разных. Первый вариант мы обсудили, второй вариант и третий вариант. Да? Теперь мы можем предложить все три, и вот настаивает Егоров на том, что можно и первый, несмотря там на это, сначала можно обсудить. Можно сформулировать. А теперь? Иначе. Ну, иначе это не так резко сформулировать, как я сам начал. А теперь кто предлагает? Это может предложить Парковский, может предложить Водолажская, могу предложить я, может Антошина, там и так далее. Да? И обратите внимание, при любой форме внешней, при любом внутреннем наполнении, в зависимости от того, кто пригласит, будет разный ответ. И когда мы попадаем в гуманитарную действительность, без учета всех этих вещей, невозможно понимать, что говорится, где говорится, о чем говорится и так далее. И когда мы создаем сложное гуманитарное образование, без понимания всего вот этого, хотя бы учета на уровне там действий, нельзя действовать. Тогда человек практики. Что вот делаете? Это есть практика, вот только это Владимир есть практика. Хорошо. Мы нам все это поняли, учитываем, нам нужно принять решение. Да. Так нужно тогда определиться, что нам нужно от ситуации. Теперь, вы не знаете, что знают про идею университета Щецова, Шпарага, Лаврухин и Жванков и Терешкович? Ну, с большего я бы сказал, знаем. Лаврухин приезжал к нам. Да. Жванков разговаривали, мы книжку с ним писали в 2003 году о реформе образования вместе. С Терешковичем Светлана писала функциональную грамотность и формулу там и так далее. Да? То есть всех практически, с Щецовым разговаривали, мы все это знаем. Зачем нам конференция? Зачем нам научная конференция, да, за свой счет? Без доноров и отчетности, и того, чтобы это показать кому-то. Не нужна нам эта конференция. Ну как, ты же сам задавал вопрос, что есть университет, это будет тема следующей конференции. Подождите. Это наша конференция, летучего университета, да. Не имеющая отношения ни к ИГУ, ни к тому, что думает Щецова, а только к тому, что думают наши люди, входящие в «мы». Это другое, это не научная, не академическая конференция. И там люди будут бить друг другу морды, наступать на ноги, и это все будет в рамках этики таких конференций. А на академических конференциях надо делать книксины, да, надо делать трендеж и так далее. Ничего похожего. Ничего похожего. Как бы внешне это не выглядело одинаково. Хорошо, Владимир, если переходить опять же к сухой партии.
У нас, значит, остается первый вариант скандального приглашения. Мы не можем принять. Я думаю, не стоит. Вот не стоит и незачем. Я просто к тому, что у нас же есть возможность всегда играть на смешанных формах. Ну да, на смешанных есть, но на первом месте все равно что-то. Вот я говорю, для меня это проверка. Проверка себя. Мы можем сказать, мы вас, по сути дела, там, тему мы можем сформулировать любую. Вплоть там, университет Беларуси сегодня, да? Ну, сказать, да. Мы вас приглашаем на самом деле, чтобы обсудить ваши и наши проблемы. Вот, да. И более ваши того, проблемы в ИГУ, которые, возможно, пересекаются с нашими проблемами в ИГУ. Более все того, вот. Изощренные люди, вроде... там, того же Терешковича, той же Щитцова, Усманова, они сразу поймут, о чем идет речь, какие бы формы дескриптивные мы не городили. Перформатив, приглашение, как это, другая вызов — это вызов. Да? Мы не можем вызвать их на ковер, мы можем их пригласить. Приглашение они прочтут в любом случае. Однозначно. И нефиг приседать, и нефиг бабки ходить, и нефиг спрашивать. Если вы рефлектируете и понимаете, вы понимаете, что если они придут к нам, они придут, самим приходом дадут оценку. Или не придут. И тоже дадут оценку. Но это во многом зависит не от первых двух вещей, вопросов или аспектов, а от третьего. Кто и как будет это делать? Ну и вопрос там сейчас. Либо делается это обезличенной рассылкой. Допустим, та же Татьяна приглашает от имени ведущего университета как координатор там, вот принять участие в следующем мероприятии, имея в виду, что все вроде бы должны догадаться подоплеку этого события. Либо же это должно быть персонально, и тогда мы разбираемся, кто с кем, в каких отношениях, и, соответственно, кто кого может пригласить, так, чтобы без экивока. А тогда давайте себя спросим и ответим на этот вопрос. А чего мы, собственно, хотим от этой встречи? Понять самих себя через них. Каждый, наверное, хочет разным. Я могу сказать, что я, например, хотел когда-то предложить, а другие могут сказать за себя. Ну точно. Я думаю, что здесь у каждого из нас будет разное отношение к этому. Но всем одинаково, при всем при том, нужна будет эта встреча. Возможно. Ну, не всем одинаково, но некоторым как бы, да. Она будет нужна, интересна и так далее. Поэтому... Почему-то это меня тянет опять на сексуальные аналогии, да? Но когда джентльмен приглашает даму в определенное время суток выпить с ним кофею, какого бы помола и происхождения не был кофейный этот самый напиток, дама однозначно понимает, что имеется в виду. Мне кажется, мы уже понимаем все обстоятельства. Мы можем принять решение. Я разогнался в соответствии с заданным мною содержанием моего сегодняшнего перформативного доклада. Терпи, блин. Если мы осуществляем политическое, гуманитарное действие, мы должны понимать все аспекты и самих себя в этом. Чтобы потом, когда осуществится это все, понимать, чего каждый из нас делает, и не делать жабьих рот. И что мы решение принимаем? Все это надо учитывать. А вот это перепихивание, кто будет приглашать? Павел выдвинул идею, получил наше согласие. Кто будет приглашать? Я бы предложил Павлу. И отвечать. Инициатива должна быть наказуема. Но с пониманием всех вот этих вот околичностей и обстоятельств. Но нам нужен достаточно представительный состав какой-то. То есть это не 12 человек, но я так понимаю, ну то есть нас может интересовать кто-то персонально. Я про это и говорю. Но. Нас могут интересовать не все, наверное. Ну. Вот. Либо мы приглашаем всех из-за счета, что все равно половина не придет, как обычно делают в публичных домах.
Либо, ну вот у нас есть вообще разные стратегии, на самом деле. Да, разные. И у них 12-го еще собрание Сената. На Сенате будет вся демократическая платформа. За каким-то исключением, я не помню, кто не вошел. У них плюс еще эти всякие разности в том, когда одни в Вильнюсе, другие в Минске. И тут никогда не будет синхронизации на уровне того, что мы никогда не сможем. Я вообще думаю, что там хорошо, если это будет 2-3 человека. Но я просто не думаю, что это реалистичнее больше. То есть кого нам обязательно бы хотелось видеть, а кто желательно? Вот, собственно. Потому что если я, например, начну с кем-то договариваться, там, условно, Шпарга скажет, я могу на этой неделе, Лаухин скажет, нет, на этой не могу, могу только на следующей. Ну, и чем больше людей, тем вот, больше этих самых ситуаций, то нам надо просто определиться, кто нам важен, нет, ну, кто Павел, менее. Вот, понимаешь, ты не можешь определить все, как бы тебе придется принимать самостоятельно некоторые решения. Да? То есть ты получил наше согласие. Ты понимаешь, например, как я к этому отношусь. Я это рассказываю вот, в этих вещах. И тогда я дальше могу продолжить. Я думаю, что было бы хорошо, чтобы представлена была радикальная позиция, а это значит, например, Шпарага, Лаврушкин, Банков. Чтобы была представлена самая мягкая позиция, ну, например, в лице Щетцова. Ну и взвешенная. Причем забавное, там, типа того же Терешкович. Ну, Терешкович, он по многим вещам интересен. В частности, но при этом я еще заинтересован в том, чтобы приглашение получили все. Потому что меня не очень интересует содержание того, что они рассказывают. Ну, тогда... Меня интересуют совсем другие вещи. В том числе продвижение летучего университета как реального конкурента ЕГЭ. Ну, то тогда приглашать нужно всех, а дополнительно нужно разговаривать. А разговаривать нужно с людьми. Но тебе это уже на твой выбор, на самом деле. Но это не только Павел может делать. Может, не только Павел. То есть, если есть возможность, например, там, не знаю, от того же Терешковича, там, тебя или... Нет, но я говорил с Жбанкову и Терешковичем. Они, в принципе, оба... расположен. Ну, в результате у нас есть, что в декабре желательно организовать университетский семинар с соответствующей темой и соответствующими гостями. Соответственно, гостей надо поставить в известность, добиться от них, ну, я так понимаю, у нас в основном мы уже тогда будем согласовываться с тем временем, которое они максимально смогут. А со своей стороны уже можем там предлагать вторник-четверг как более предпочтительный для нас, допустим, день. Вот. А им уже тогда говорить, чтобы, по сути дела, ну, это им придется, наверное, между собой договориться, когда хорошо. Они бы могли более-менее для себя приемлемом составе собраться. Но, Павел, если ты договариваешься, договорился, получил согласие, мы объявляем это как обычный университетский семинар по всему сообществу университетскому. Но тогда может оказаться, что такое экстраординарное собрание университетского семинара вызовет интерес, и публики будет много. Обычно ходит мало, но тогда надо будет подумать о том, где это проводить. А мы не будем заранее знать. Попросим людей сообщить. То есть изначально у нас будет необычный семинар. Ну, необычность только в том, что, возможно, больше состав присутствующих. Я хочу сказать, если мы можем выбрать еще пятницу, чтобы она не совпала с Ургеоргием, то у нас есть большое помещение на пятницу. Нет, ну, вот здесь вопрос не в этом. Нет, ну почему Володя же задал? Он про другое. Он говорит про обычность и необычность. Я поняла, но он и сказал, что найти, если, как говорится, оповестить всех, то придет слишком много людей, нет, когда мы оповещаем, мы говорим, что нужно зарегистрироваться, это уже другая по форме. Ну, как бы, это другой тип мероприятия. А не в том, что, ну, где он там будет. Ну, необычно семинар, скажем, где приходит каждый желающий, никто никого не спрашивает. Просто есть тема и твои. Хорошо. На этом мы порешили, я правильно понимаю? Только исчезнувшим участникам семинара. Телефон.
Все закончено.